Ну что, Клуша, забыла, что бабку сегодня встречать надо? Я, между прочим, минут через 40 уже буду. Да, ба, ну, конечно, помню. Мне ехать всего 20 минут. Да не будет пробок, не переживай, я посмотрела по навигатору. Давай, встретимся на вокзале, пока. Ну вот ведь правда, Клуша. Не подождите меня буквально 3 минуты, я быстро. Спасибо. Документы по... Ты что тут делаешь? Ты же бабушку поехал встречать. Через минут 20 домой поеду, посплю. А моя сегодня весь день дома. Так что еще поработаю. Счастливо всем! До свидания и удачи! Здрасте! Ой, не-не-не! Да ладно, бабуль, я просто помочь хочу. Пошли. Далеко едешь? Недалеко от метро Фрунзенской. Внучка должна была встретить. Слушай, за 1300 с ветерком доставлю. Давай. За сколько? Красивые пенсионерки скидка. 1000 ровно давай. Садись. Не, милый, не-не-не-не-не. Ты? Да нет. Вай, ну. Нет. Да. Ты что, бабуль, офигели, что ли? Это тебе не деревня Кукуева. Я по Москве на такси не езжу. А если езжу, по мобильному приложению. Там цены фиксированы, и карточкой можно рассчитаться. Ну а что, сразу не сказала, что не поедешь, а? Подскочил, я воспользовалась. Спасибо тебе, сынок. Хорошего вам дня! И тебе не хворать. Лид, ну что это за истерики, я не понимаю. Давай поговорим, как взрослые люди. Бабушка, я не могу сейчас говорить, я тебе попозже перезвоню. Ты своей разговаривай, которая у тебя там болеется. Я же тебя любила. Я тебя тоже любил. Да и до сих пор тебя люблю. А то, что там видел, это, ну... Ну, просто флирт. Ничего серьезного. Просто флирт, ничего серьезного. Жене это своей говорить с меня хватит. Проработала у тебя 10 лет, а ты... Начинается. Ты даже ни разу не спросил, хочу я повышение или нет. Не знаешь, дорогая, у нас с тобой особые отношения. Лида! Пусти меня! Работаем. Работаем. Думаешь, я зря красный диплом получала? Чтобы 10 лет в помощниках руководителя просидеть? Да я со своим образованием могла такую блестящую карьеру сделать! Давайте торгать, люди смотрят. Чего смотрим? Всем работать! Работать всем! Я ухожу. Ищи себе другую дуру. Надеюсь, что твоя новенькая прекрасно разбирается в том, как делать документооборот. Значит, ты уходишь вот так просто? Просто? Да я... Я 10 лет своей жизни потратила на такого... Такого... Хорошо. Я понял, ты меня бросаешь. И не надо меня уговаривать. Да я не собирался. Квартиру к вечеру освободи. Что? Квартиру, которую я тебе снимаю, к вечеру освободи. Мама, как же, а где же, я буду жить? Ну,
не ладно. А что сидим? Было? Нурик! Здравствуйте, пап, класс. Бабку, бабку. Баба Глаша. Глафира Ивановна, здравствуйте. Наконец-то вы вернулись. Вижу, соскучились вы тут без меня. Исаева! Татьяна из 25-й квартиры. Не делай вид, что ты глухая. Ну-ка быстро оттуда ушли. У нас есть место, где выгнал собак. Если хочешь, чтобы твоя собачка писала на чистую травку, купи себе дачу и там выгуливай. Ушел отсюда? Совсем всякую наглость потеряли. Что еще тут? Да плохо. Чего так? Вот вы месяц в санатории были, так ровно столько у нас во дворе порядка не было. Ну что ж мне теперь не отдыхать и не лечиться, что ли? Так нету порядка во дворе. Вы собачники распустились, не убирают за собой. Один раз смотрю, так это одна свою в детской песочнице выгуливает. Вот я сфоткать успела. Знаю их. Примем меры. Еще что? Еще дворники работают в 5 утра, представляете? Я вот только своего уложила, они вжик-вжик-вжик-вжик. Думаю, вообще с ума сойду, ведь орут же, ну. Зайду в жилконтору. Вот они где у меня, дворники эти. Ой! А это что? Машина. Вижу, что машина чья? Почему в нашем дворе стоит? Так уж 2 недели к нам ставит. Да? Там салон красоты был, помните? Теперь какая-то фирмочка туда переехала. Кто-то оттуда свою тачку к нам сюда повадился ставить. А вы-то что? Ну, а что мы можем? Много можем. Бабуль, если в салон красоты закрыли его? Хамиш? Нет. Та машина голубая, синяя, с единичкой на конце, ваша? Ну? Да ну, чтобы убрали из нашего двора. Даю 3 минуты. Бабуль, ты это, иди отдохни. Отдохнула уже. 15 секунд прошло. Да давай. Ебай, он грабит! Тимур, что у тебя там? Здравствуйте. Здравствуйте. Если вы в салон красоты, то его уже закрыли. Это по поводу вашей машины. Так это ваша машина в нашем дворе стоит. Я прошу прощения, мне там важный звонок. Машина-то, думаю, поважнее будет. Вот зараза. Ну, гляди. Здравствуйте. Привет. Давно приехала? Что делаете? Вы с ума сошли? Прекратите бить по машине-то, господи, ну, женщина. Сейчас, когда... Да что это такое? Беспредел! Два здоровых мужика на одну слабую женщину! Так, женщина, успокоимся, отходим в сторонку, сейчас во всем разберемся. С возвращением, Глафира Ивановна. Вот, это участковый наш, кто не в курсе. Сейчас он будет хулиганов арестовывать. За что же меня арестовывать? Хотел машину не разбить. А не надо ее ставить, где попало. Она вам сейчас покажет. Я разбить! Если бы я хотела разбить, я бы разбила, я попугать только хотела. Глафира Ивановна, перестаньте спорить и давайте отойдем от машины. Я не уйду, пока он не уберет свою машину из нашего двора. Я честно дала ему время, он не воспользовался. Пришлось принять меры. Так, если вы немедленно не прекратите, меры придется принять мне. Бабе Глаше? А настоящий хулиган? Девочки, девочки, идите, сумки, караул, тебя тут сопрут. Это я виновата? Ладно. На. Никакое это не хулиганство. Я действовала в интересах нашего двора.
Хочешь знать, кто хулиган? Нет. Он. Я? Да. Она хотела разбить мне машину, а хулиган я. Сказала, если я хотела бы разбить, я бы ее разбила. И уже в сервис затащил бы, понял? Так, успокоились. Вот. Объясните мне, пишите. Сейчас разбежалась. Объяснительную. Только из санатория явилась. Вы уже все нервы мне вымотали. Угу. Мы. Вы? Угу. Домой пойду, пока вы до смерти меня тут не довели. И учти, как тебя там? Я чужих иномарок в своем дворе не потерплю. Понял? Вроде все решили. Здрасте, приехали. Привет, бабушка. Прости, пожалуйста, что я тебя не встретила. Я просто... Я думала, что он меня любит. Я хочу жить. Глафира Ивановна, с приездом. Здравствуй, Валя. Приветствую вас. Уже 20 минут ждет и рыдает. Чаю предлагала попить, отказалась. Спасибо, Валь. Заходи. Сумки захвати. Он предал меня, представляешь? Хороший ведь. У меня кроме тебя больше никого нету. Жить будешь в гостиной, спать на диване. И чтоб без соплей у меня, поняла? Вадим, твой козел, я его никогда не одобряла. И тебя никогда не одобряла. Женатым мужиком. Я прекрасно понимаю, что ты меня никогда в жизни не любила. Если бы мне было возможность быть... Тихо, соседи! Прости, разбудила тебя. Ты что, не ложилась еще? Ложилась, но не смогла уснуть, все думала. А потом решила, чего зря думать, лучше пирожков напеку. И то верно. Пекла, наступило утро. Я решила на квартиру за вещами съездить. Приехала как раз, новое тесто подошло. Хотела с рисом и яйцом, но риса не нашла, поэтому взяла картошку. Я картошку на 2 месяца припасла, а ты все в пироги пустила. Для чего так много-то? Капуста? Угу. Так ты капусту всю извела, а я щи хотела. Это правду говорят, пусти козу в огород. Хватит реветь! Добро по делу, то есть за мужика. Он не мужик, он почти муж. Почти не считается. Ты должна спасибо ему сказать, что женатый мужик сам тебя бросил. С своим характером ты бы всю жизнь у него на скамейке запасных просидела бы. Тебя всю жизнь впереди, а ты? Я не хочу жить. Капусту всю извела, родитка. Можешь не переживать, деньги за картошку и капусту я тебе верну. Я не верну. Заразы! Ты
трындят ведь. Всегда занято. Так, ты быстрее добегу. Вещи убери! Стоять на дороге тут! Ой, извините, я только спрошу. На минуточку. Ну, курицу, конечно. Майонез, по-моему, заканчивается. Да. Регистратура ждите. Ага. Ну, какая сметана? Я что, буду со сметаной, что ли, салат делать? Нет, ну... Да нет. Так, какому врачу? Да это я тебе перезвоню. Какому врачу записывать? Ну, все, я работаю. Угу. Слушай. Сейчас, минутку. Мне врача, срочно. К участковому? На какое время? Нет, участкового на дом, срочно. И не мне, а внучке. На дом. Нельзя. Здрасте, Глафира Ивановна. Это меня. Сейчас скажем Андрею Ильичу, первым делом к вам заглянем. Жду. Спасибо, дорогой, твоя очередь. Чего, обалдела? Баба Глаша из четвертого дома. С ней вообще спорить нельзя, на кого хочет, сто цветов живет. Звони Воробьеву. Скажи, Архипова срочно вызывает. Это я не вам, регистратуру ждите. Ну, хватит уже! Да что, я ничего не делаю! Вот именно, это еще хуже! Пекла еще свои пироги. Мука кончилась. Ой. Вся жизнь под откос. Сбилась из-за тебя, петли все сбила. Я прекрасно знаю, что ты меня терпеть не можешь. Я всего лишь на пару дней найду себе квартиру и съеду. Съедет она. На какие шиши съедешь? Наконец-то. Я же просила срочно. Глафира Ивановна, вы не волнуйтесь. Вам волноваться нельзя. Сейчас я давление померю. Расскажете, что у вас приключилось. Да у меня внучка приключилась. Это ей. Помочь надо. Мужик ее бросил, понимаешь? А вы лекарство забыли принять, поэтому размолвались? Да не я, господи, она все вот так уже слезами облила всю. Я бы сама успокоительное дала, но в аптеке-то все по рецепту, понимаешь? Помоги, Андрюша. Поговори с ней. Я зову Кой! Видишь? Вот. Это внучка моя Лида. Вот. А это доктор наш, участковый. Андрей Ильич. Лида. Очень приятно. Я сейчас за мукой сбегаю. Вы поговорите тут пока. Я скоренько. Да. Глафира Ивановна. Разберусь, разберусь. Синенькая. У тебя там творожки просроченные. Уберем, уберем. А там яблочки гниленькие. Танюшка, Танюшка. Ну, че народ-то травить? А Индюшка-то давно бегала. Да что же это такое? Муку! Муку забыли! Глафира Ивановна! Ну ладно. Сиди!
обиженной, что ли? Опять? Я же предупреждал. Ты был уже за хулиганами следил, которые свои машины в нашем дворе ставят. Именно этим я и занимаюсь. Ага. А тут вы, гражданка Архипова, самоуправством извиняетесь. Глафира Ивановна, я знаю вашу настойчивость, понимаю вашу помощь. Ой, ну как ты всегда красиво говоришь, Сережа, и ни хрена не делаешь. Но методов ваших не одобряю. Предлагаю найти компромисс. Вы с ним спелись. С кем? С ним. Мы можем вместе пойти к гражданину Кирову. Некогда мне, внучка у меня. Э, Нурик, забери метло, а то сопрут. Глафира Ивановна, я с вами еще не закончил. Муку забыла. Вот щупляма. Гражданка Архипова. Я никогда не ел таких вкусных пирогов. Бабушка начала. Странно. Пробовал я ее пироги, но ваши гораздо вкуснее. Спасибо. Вы бабушке только не говорите, а то она меня убьет. Хорошо. Очень скрытная бабушка у вас. Я здесь уже 2 года на этом участке работаю, но она про вас ни разу не рассказывала. Ну, мы почти не общаемся. Когда я была студенткой, то жила у нее. Когда стала работать, начала снимать квартиру. Это все временно, и как только я найду себе квартиру, я сразу же съеду. Контролирует. Не то слово. Одно время я даже думала, что она следит за мной. А потом мы поссорились. Из-за одного человека. Вы знаете, я, конечно, человек посторонний, наверное, не совсем вправе давать советы, но я уверен, что все будет хорошо. Правда? Конечно. Царь Соломон даже говорил, все пройдет. Отстань, тебе говорю, нечего нам с тобой разговаривать. Это частная территория, не имеешь права. Дайте мне сказать. Нарушение границ частной собственности, хулиганство, рукоприкладство, при свидетеле. Так, с ума не сходите, я вас пальцем не трону. Ба, что там случилось? Хулиган ворвался и угрожает. Вызвать полицию? Да, спасибо, я уже здесь. Киров просил вам передать, что он готов забыть о вчерашнем происшествии. Если вы перед ним, извинитесь. Извините? Угу. Угу. Передать своему другу? Он не друг мне. Что я на мировую не согласна. Глафира Ивановна. Эх ты. Еще полицейский. Кролик подкаблучный. Чего? Сколько он тебе заплатил? Что? Иди отсюда. Так оскорбляйте представителей закона? Серьезно? А если я сейчас... А если мы сейчас все пойдем пить чай? В каком смысле? В прямом смысле свежезаваренный чай с пирожками. Ну, пирожки, правда, очень вкусные, я подтверждаю. Пусть бандитов ловит, пирожки ему. А я, знаете что? Я, пожалуй, останусь. Чего рот раззявила? Простите, сразу не представился, не было возможности. Харипов Сергей Петрович. Очень приятно, Лида. Сергей. Если хочешь всех кормить пирогами, то продукты сама покупай, поняла? Столько пирогов, что на целый дом хватит. Ну испортится же, неужели тебе жалко, ба? Уж лучше пусть испортится, чем... Держи. Держи. Что еще? Кольцо. Что кольцо? Я вспомнила, что он подарил мне его на годовщину нашего знакомства. Покажи. Дешевка. Вспомнила, как нам хорошо было вместе. Скоро забудешь. Держи. Ну, куда я посмотрелся? Надевай. Ба! Ты что сделала?
избавила тебя от страданий. Это вообще-то память. Память о чем? О твоей глупости? Ты злобная, вредная, жестокая, одинокая старуха, понятно? То, что я старуха, без тебя знаю. А ты бесхарактерная дура. Я иду спать. Ты, если хочешь реветь, реви тихо. Вот ведь зараза, как научилась. Лучше, чем я, пирожки печет. Тебе плохо? Нехорошо. Вазировка, ну ты что, ну тебе же это нельзя. В своем доме что хочу, то делаю. Не хочешь, не смотри. Говорила тебе лишнего. Просто из-за кольца расстроилась. А хочешь, я тебе найду его завтра? Металлоискателем. Я купила же 7 назад в кладовке. Да нет. Не нужно. Что было, то прошло. О, это правильно. Вкусно. Зря ты мужикам столько пирогов скормила. Я вообще не пеку. Кстати, этот участковый ничего такой. Глуповатый, но добрый. Все скорой смертью пугает от холестерина. Ты про кого? Про доктора нашего участкового. Ну, я про полицейского. А к тебе Харипов больше приглянулся? Никто мне не приглянулся. Я просто боялась, чтобы тебя не арестовали. А доктор тебя как? Как мужчина. Как мужчина? Никто мне из них не приглянулся. Так не бывает. Значит так. Я только что рассталась со своим любимым человеком, и я не собираюсь все и спать. Спать. Не собирается она. Кто тебя спрашивает? Подъем, Соня, за Соня! А, ты чего? Бабка помирает, она дрыхнет! А что случилось? Что болит? Сил нет, на стенку лезу. Что болит? Все и беспрестанно. В аптеку сходи. А, хорошо, а рецепт есть? Моль сожрала. Зайдешь в поликлинику, выбежишь новый. А какие лекарства? Андрей все знает. В этом пойдешь. Ой, хочешь бабку позорить на весь район? Ну я же как быстрее хотела. Это надень. Умойся! Ой. И расчешись! Деньги на тумбе! Лохудра. Лида! Тетеря растептеха! О, какая, а! Подожди, ты!
Телефон проверь. Во, вот. Красавец. Ну, не нужно так нервничать, я же быстро. Иди! Не надо быстро. У меня уже все хорошо. Чувствую себя отлично. Глафира Ивановна. Господи. Ну как, девочка, сильно страдает? Парень бросил ее, да? Валентина, распишись вот тут. Да-да, конечно. Пиши согласна, угу, и четко подпись свою. Против чего протестуем? Не против чего, а за что. Шлагбаум хочу поставить. В городскую управу деньги хочу выбить. Очень хорошо. Отлично. Конечно, нужно на этот шлагбаум. А то у всех нормальных людей все закрыто, а у нас какой-то двор проходной. Прям смотреть противно. Девушка, вообще-то тут очередь. Да, мне только спросить. Всем только спросить. Я правда быстро, мне только за рецептом. Всем за рецептом. А я говорю ему, какая тебе рыбалка-то? Хрен ты старый. Он говорит, что в нашем возрасте нужно быть чуть-чуть поактивнее. Завтра забегу вас проведать, а ваш знакомый прав. Вам нужно больше двигаться и желательно на свежем воздухе. А то все сидите дома и курите. Вот ваш рецепт. Ой, а почему рецепт? Вы же хотели в больницу положить. Вы извините, у меня пациенты. Тоже мне доктор, не доктор, а название одно. Проходите. Лида. Привет. Как рад, что это ты. Вернее, как это плохо, у тебя что-то болит? Нет, со мной все в порядке, просто бабушке дурно. Она говорит, что рецепт, который ты выписал, у нее забрали в аптеке, а таблетки у нее закончились. А, это, конечно, странно, но давай выпишу новый, ты присаживайся. Да нет, мне некогда, я и так много времени потеряла. Хорошо. Она там страдает, а я тут. Рецепт готов, так что беги. Спасибо. Пока. Следующий! О, баба Гласи. Это проходной двор какой-то, Глафира Ивановна. Ничего не бояться. Недавно машину мне краской обрызгали. Новую? Да. А я вообще-то за нее кредит еще выплачиваю. Я даже участкового вызывала. Да что он может? Я думала, может, строители кто в соседнем доме, в четвертом подъезде. Да. Там ремонт был, то там краски уже нет, там уже мебель возили. А ты участковый сказал, и все, и ни слуху, ни духу от него, а я спать спокойно не могу. Шлагбаум поставим, потерпи, будет полный порядок. Ну, скорее бы. Говорят, на Усачёва во дворе какие-то хулиганы с 5 машин в одну ночь колеса сняли. Представляете? А вдруг у нас такое же будет? Пока я жива, у нас этого не будет. Бабушку мы не видели? Здравствуйте. Где-то здесь вроде бы. Да вот же она. Ба! Ну, слава богу! Я пришла домой, а тебя нет. Думала, уже все, на скорой забрали. С чего бы это? Как с чего? Да сама жаловалась на самочувствие. Отправила меня к доктору за рецептом. Я все купила. О! И как он? Пообщались? Некогда мне было с ним общаться. Я просидела в очереди, взяла рецепт и сразу же к тебе. Все с тобой ясно. Ба, подожди, а лекарства? Иди домой, замерзнешь. Домой! Колобок? Смайлик. Похож. А вот там на стене, это тоже ты нарисовала? Не, это Петька нарисовал. Петька? Это с какой квартиры, Петька? И 141-й. Точно, Козырев Петька. Точно знаешь? Сама видела. На. Рисуй, рисуй.
это Глафира. Нет, не по поводу шлагбаума. Слушай, а какой краской была вымазана твоя машина? Ага. Ну, я, кажется, нашла твоего хулигана. Угу. Ну, давай. При встрече поговорим, давай. Нет, ну не могу так. Да, что? Я люблю тебя. Ой, вот только не надо теперь, ладно? Я люблю тебя. Я прощаю тебя за все, только если ты... Прощаешь? Меня? После того, как ты позвонила и рассказала моей жене о нас? Я никому ничего не говорила. Ты мерзкая, мелочная, склочная баба. И знаешь, я тебя никогда не любил. Я использовал тебя. А ты просто дура. Знаешь что? Я вообще тебя ненавижу, и я вчера в окно выбросила твое кольцо. Потому что оно дешевка. Ну подождите, мне нужна ваша подпись. Мы шлагбаум во дворе устанавливаем. А может, я против? С чего бы это? С того, что я так решила. Да что вы за люди такие? Сами себе добра не желаете. Света? Ну я же слышу шаги, ты дома. Света, открой. Вы что, сегодня с ума все посходили? О, ну? Куда ты намылилась? На собеседование, я же тебе вчера говорила. Ага. Да. А ты куда так рано? Дай. На дежурство. Ба, какое еще дежурство? Что ты там опять придумала? Я вчера обход делала, по квартирам ходила. Подписи собирала. Зашла в 23-ю к Светке. Мы с ней дружим. Она как-то приходила ко мне сахар одолжить. Я отсыпала ей сахар в чашку. Красивую такую, с лебедями. Она обещала чашку вернуть сразу, но не вернула. Забыла, видно. А теперь мне дверь не открывает. Точно знаю, что дома. Шаги слышала. Наверное, чашку разбила, потом не открывает. Как думаешь? Ну, наверное. Да. Дурында. Пока. Пока. Не открывает. Заканчивается. Здрасте. 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 Ничего не буду подписывать. Пойдем, Туся. Много чести мне тебя караулить. Думала, всю жизнь от меня бегать будешь. Здрасте, приехали. Вы кто такие? Вы что делаете в чужой квартире? Мы здесь живем. А Светлана где? Светлана Георгиевна на даче. Она нам квартиру сдала и уехала. Тихо. Вот чудеса в решете.
Простите, а что вам надо было? А? Спасибо. Тоже на собеседование, да? Да. Вы извините, но я, наверное, лучше в следующий раз приду. Архипова? Вы Архипова? Идемте. Ну, рассказывайте. Рассказывайте. А что рассказывать? Образование, опыт работы. Почему ушли с прошлого места? Образование высшее экономическое, опыт работы в должности 10 лет. А уволилась, потому что... Точнее, меня уволили. Уволили? За что? За то, что... На самом деле, это лично я не могу вам рассказать. Угу. Это все из-за моего начальника. У меня была с ним любовь, а у него жена. Лид, не спишь? Нет. Я все про Светлану думаю. Которая чашку не вернула? Далась тебе эта чашка? Не мне же дело. Хотя чашка была красивая, с лебедями. Но не могла она так поступить. Как так? Сдала квартиру каким-то проходимцам. Сама на дачу умотала. Осень на дворе. Какая дача? Ну, мне кажется, это разумно. Она не работает. На пенсию особо не разгуляешься. А если еще дача и отапливается, то... Логично. А на мобильник почему не отвечает? Трудно что ли ответить? Ведь в годах уже мало ли что случится-то. Ну, может, она звук выключила и не слышит, как ты звонишь. Ба! На жизнь нужно смотреть с оптимизмом. Нет, я решила. Поедешь со мной, тебе делать все равно нечего. К Светке на дачу поедем. Так это ж, наверное, далеко. Вот как хорошо. А мы уморились без работы-то сидеть. Родной бабке помочь не хочешь. А Светлана мне клубничное варенье обещала. Оно в погребе у нее. И заодно варенье захватим. Ба, тебя не учили, что врать нехорошо? Но ведь это же неправда про варенье. Какая тебе разница, правда или неправда? Жалко тебе бабке родной помочь нам. Хорошо, поедем. Будильник заведи на 8. А ты тебя не добудешься утром? Ой, Лида, нога, нога отнялась. Хотела полбом идти, рухнула. Ой, ой. Куда ты хочешь звонить? В скорую. Не надо скорую. Доктора приведи, Андрея Ильича, участкового нашего. О, ручку-то. Ручку писать. Он тут недалеко живет. Ой, сейчас. Ой, сейчас, Лида, сейчас. Скажи, баба Глаша просила очень. На. Да скоро же быстрее приедет. Я что, умолять тебя должна? Беги! Ой. Подойдет. А,
Она упала и не может встать, а скорую вызывать не хочет. Прости. Ну, сейчас, подожди, я оденусь. Что ты делаешь? Прости, я просто по привычке, машинально. Люблю порядок и чистоту. Я оденусь? Да. А у тебя что, кошка? Нет никакой кошки. Ну что, поехали спасать твою бабушку? Да. Давление повышенное, но ничего, как обычно. Ну, при чем тут давление, Андрюш? Я говорю, нога отнялась, он давление. Отнялась? Отнялась. Совсем ничего не чувствую, ногу. А-а-а! Чудо! О, почувствовала, Лид, сразу. Вот ручки-то золотые. Лид! Чем еще могу помочь, Глафира Ивановна? Можешь, Андрюша, можешь. Мы с Лидкой собрались на дачу к знакомой моей, к Светлане Георгиевне. Ну, а тут нога отнялась. Одну не хочу отпускать, она у меня малохольная, заблудится еще. Ну, знаешь, Либа. Лида, иди чайку приготовь. Помоги, Андрюша, а? Съезди. Глафира Ивановна, я бы с большим удовольствием только сегодня. Нет, Андрюша, я твое расписание наизусть знаю. Помоги, а? Не хочешь? Не надо. Не надо. Что ж. Не надо. Сама поеду. Ладно, сделаю. Правда сделаешь? Андрюшечка, ты золотой ты мой. Мне очень неловко, что бабушка запрягла тебя, потому что мы смогли бы съездить на дачу на следующей неделе. Да ничего. Ну ты куда встала-то? Ну тебе же нельзя. Ну полегчало немножко. Спасибо, Андрюшенька. Тянет только. Долго возиться будете? Поезжайте уже. Спасибо. Ба, ну мы поехали. Езжайте, езжайте. Ну, может быть, я все-таки лучше с тобой останусь. Ладно, поняла, еду с Андреем. Наконец-то! Думал, не дождусь. Соточка. Тебе не жарко? Может быть, окно открыть? Ой, нет, спасибо, все хорошо. А я люблю, когда посвежее. Может, тебе холодно? Давай печку включу. Нет, спасибо. Что?
Ничего, еду с девушкой на дачу. Практически про нее ничего не знаю. Извини, плохая шутка. Ну, ты ведь и правда ничего обо мне не знаешь. А что ты делала до того, как переехала к бабушке? Чем занималась? Работала. А кем? Да неважно. Извини, просто хотел разговор поддержать. Это ты меня извини. Просто воспоминания не из приятных. Ну, хотя что скрывать? 10 лет назад я, когда закончила институт, пришла устраиваться на работу. Ну, устроилась. Влюбилась в своего руководителя. Думала, что это настоящая, огромная, чистая любовь на всю жизнь. А оказалось, что ему это было просто выгодно. И он изменял мне. Не с женой, нет. С секретаршей. Так мы, оказывается, с тобой почти что друзья по несчастью. Правда? Мне моя девушка изменила со своим однокурсником. Какой ужас. А где она сейчас? Не знаю. Не хочу про это говорить. Прости. Наверное, я позвоню бабушке, узнаю, как она себя чувствует. Чего тебе? Ба, ну ты как? А, получше, получше, полегче, да. Ты лежишь, я надеюсь? Лежу, Людок, лежу, лежу, да. А вы уже доехали до дачи? Нет, едем еще. А, ну молодцы, молодцы. А я таблетку приняла, хочу поспать. Немножечко, да. Ну все, пока. Ага. Посмотрим, кто кого. Какой, говоришь, дом? 9-й вроде бы. Это у нас 14-й. А это сразу 21-й. Очень странно. Дальше пешком лучше. Идем? Замок. Светлана Георгиевна! Светлана Георгиевна! Есть кто живой? Может, она в город решила вернуться. Молодые люди! Ищешь с кем? Да, мы ищем Светлану Георгиевну. Мне сказали, что некоторое время назад она переехала жить на дачу. Света-то? Да, вы знаете ее? Я же знаю. Соседи как-никак. Только я ее уже месяц как не видела. Может, больше. Вы точно уверены, что она не приезжала? Не было ее. Я бы знал. Значит, не появлялась Светлана? Странно. Ба, ну, может быть, квартиранты что-то перепутали? Может, перепутали, а может и нет. А вам сколько по времени назад ехать? Ну, не знаю. Часа два, как пробки. Ну, вот и поезжайте, поезжайте, хорошо? Хорошо. Ну что, поехали. Долго не гуляете? А мне? И тебе. Шапку надень. Номер Тамара 401 Раиса Елена 777. Фрунзенская набережная 4. Угу. Угу. Жду. Что, взятка? Ну что ты, Сережа?
Тебе Лидины пироги нравятся? Вот она напекла свеженьких, и я тебе принесла. Я вам не Сережа, а Харипов Сергей Петрович. Ой, все время забываю. Сергей Петрович, пошли к тебе в кабинет, чайку попьем. Пошли? Нет. Ну, тут даже лучше. Слушай, попросить тебе чего хотела, Сереж. Знаешь, пропала моя подруга. Лукина Светлана Георгиевна. Так знаю. Надо в розыск подать бы. Седенькая такая из соседнего подъезда, худосочная. Ты наверняка ее видел. Не поняла? Да ну где же она? Вдруг ей стало плохо? Все у нее хорошо. Она всегда себе важное дело найдет. Скоро будет. Андрей, она еще с утра не могла ходить. Может быть, она где-то упала и лежит. Да нет, не лежит, а бежит. Ба! Ба, ну где ты была? Чувствую я. Участковый надо менять, срочно. Да не тебя, полицейского. Совсем обнаглел. Не захотел Светку в розыск подавать. Даже заявление не принял. У него, говорит, муж есть. Вот он подаст заявление о пропаже бывшей жены. Тогда будем действовать. А я ведь Илье никто. Ба, ну формально-то он прав. Много ты знаешь чего. Тебе вроде пироги нравятся. Держи. Ешь. Ну, а чего в сухомятку? Пойдем чай попьем. Пойдем. Я даже не знаю, как я теперь до дома после таких пирогов дойду. Ну, может, тогда все-таки возьмешь с собой? Не, я брать не буду, а то у меня повода к вам зайти не будет. Ну, повод не нужен, приходи просто так. И вообще, спасибо тебе за разговор. Приятно знать, что есть такой человек, который чувствует и понимает так же, как ты. Ну, в общем, ты просто знай, что я рядом, и если что, то звони. Хорошо. А если хочешь, то давай завтра мы... Перестаньте орать! Я все-таки спать легла! Обнаглели совсем. Давай завтра встретимся. У нас есть на районе такая кафешка, там пирожные. Ух. То есть ты завтра не работаешь? Не, работаю. У меня прием после обеда, а утром я свободная. Ну, хорошо, я согласна. Все, пока. Захлопни там. Вот это синий надень. Он синий цвет любит. А мне сказал, что любит зеленый. Харипов зеленый, синий, он же мент. Да я про Андрея. Я сегодня встречаюсь с Андреем. Нет. Ты идешь к Харипову и пирожков своих набери. Мама, они же вчерашние. Какая ему разница? Ему ты нужна, а не пирожки. И к делу сразу не приходи, поняла? Значит, сначала шуры-муры, то все. Ва! Значит так. Как? Я сегодня встречаюсь с Андреем. А ты, если хочешь, встречайся с Хариповым, но сама. А у тебя что, с ним роман, да? Ну, перестань, мы просто друзья. А я вообще не надела. Рай-рай, ти-ру-ру, ти-ру-ру-ру. I love you, ди-ди-ди. Why you? Привет. Прости, пожалуйста, опоздала. Да, ничего. В кафе? В кафе. Я тоже не мог поверить, что это со мной произошло. Я же сам их заступник, понимаешь? Еще как понимаю, тоже зашла, открыла дверь, а там... Это было как в кино. Точно. Я даже не знал, что сказать. Аналогичная ситуация. И самое главное, в голову лезут какие-то глупости совершенно. Я вдруг вспоминаю, как ездил с ней на рыбалку, она зацепилась крючком за платье, платье чуть не порвалось. Да, так странно, потому что в этот момент как будто бы вся жизнь перед глазами проносится. Я, наверное, расстроил тебя. Да нет, все хорошо. А ты поэтому переехал? Алло. Ба, я же тебе говорила, что я занята. Давай быстро дуй домой, у меня к тебе дело. А доктору скажи, что его в поликлинике уже обыскали. Хорошо.
быстро! Мам, что случилось? 5 минут тебя жду! Что такое? Будем людей опрашивать. Подожди. Но мы же уже все подписи на шлагбаумы собрали. При чем тут шлагбаум? Свет куда искать? Ба! Чую я, беда с ней случилась. Люди просто так не пропадают. Тем более в нашем возрасте. Пускай этим занимается полиция или ее муж. Муж у нее алкоголик. Бывший муж. А полиция у нас Харипов. Сама понимаешь. На. Нет, красный мне дай. На. Не нравится мне это, бабу. Не люблю я. Не лезь в чужую личную жизнь. А ты в личную жизнь и не лезь. Ты спроси просто, кто и когда видел Светку в последний раз. Вот все дела. Твой подъезд первый, мой второй. Встречаемся через час. Встали? Нурик, тут уберешь, там успевай. Ну что у тебя? Ну вот. Что это? Сделала табличку, это номера квартир, которые удалось обойти. Это дата, когда последний раз виделись с мамой Георгиевной. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Здорово. А это номера квартир, в которые я не смогла попасть. А галочки что это? Ненадежные свидетели, дети, алкоголики. Ух ты, круто. Ты не такая же бесполезная, как я думала. Так. Здрасте. Здорово. А что мы имеем? Да, ба, ничего нового. Все говорят, что видели ее около 2 месяцев назад. Здрасте. И она действительно собиралась на дачу. Да. И так до нее не доехала. Или доехала. Быстро линяем отсюда. Быстро! Ба! Быстро за мной. Да бегом. Да быстрее. Глафира, не знаю, как вас по отчеству. Мам, он тебя зовет. Я ничего не слышу. Ключи доставай быстро. Подождите, пожалуйста, нам нужно поговорить. Быстро. Да я не могу их найти. Господи, какая ты капужа, тетеха. Ну так отнеси ты, господи. Я все знаю. Вы о чем? У меня там стоят камеры, и они записали, как вы мне под колеса машины клали гвозди. Какие гвозди? Вот такие. Ой, опять сердце. Ба! Ой, подожди. Ба! Ищи! Ой, не знаю. Все вы знаете. Давайте поступим так. Если вы еще раз так сделаете с моей машиной, я буду вынужден отнести видеозапись нашему участковому. И не посмотрю, что вы старенькая. Что? Что? Простите, пожалуйста. Вы что себе позволяете? Девушка, вы вообще многого не знаете. Я все прекрасно знаю. Вы довели мою бабушку до сердечного приступа. Я довел. Идите, пожалуйста, отсюда, пока полицию не вызвала. Бессовестный! Ба. Открывай. Надо же, а. Ба, ты что, больше никакого хулиганства, поняла меня? Лида, я... Если не ты, то кто будет искать Светлану? Ну-ка. Что? Ну ты вылитая я в молодости. Только я покраше была и фигуркой получше. Ну-ка дай-ка вытру, а то бесит. Ба! Ой, красавица вся прям. Смотри, что я придумала. Ну-ка. Создать чат. Что за чат? У тебя же есть номера телефонов всех жильцов? Есть, есть. Вот, нам нужны только мобильные. Создадим чат, в котором каждый из жильцов будет записывать, кто, где, когда и в последний раз видел Светлану. Тебе как раз не придется бегать по квартирам. И заодно, мне кажется, это очень удобно. Ну-ка, дай взглянуть. Там дай мой телефон. Мой телефон потянет? Конечно, потянет. Это же обычный мессенджер. О, мессенджер. Да. Ну, сейчас я телефонные книжки принесу. Так. Подожди. Скачать. Ой, сейчас по алфавиту. Ой. Ба, ну чайник же. Ой, да. Я тут решила, что надо к мужу Светланы Георгиевны съездить. Зачем ехать? Можешь позвонить. Я звонила, никто не отвечает. Так, дай мне сюда телефон. Я выключу звук, потому что уже сходим с ума от этих оповещений. Да. Держи. Не возьму я тебя с собой.
Что это? Во-первых, ты до сих пор себя плохо чувствуешь. Я отлично себя... А во-вторых, ехать на другой конец города. А без меня ты сам... А я справлюсь сама, не переживай. А это было в-третьих. Ты смотри. Ты смотри. Андрей Ильич, я карту забрала. Спасибо, Леночка. Да. Будьте добры. Да. Тут такое дело. Вы могли бы мне запись на сегодня перекрыть? А? Там просто окно в 3 часа возникло. Дальше Иван Семенович. Мы бы его на завтра перенесли. Конечно. У него все равно ничего срочного, просто плановый осмотр. Конечно, конечно. Спасибо. Обязательно позвоню. Спасибо вам. Не за что. Да? Привет, это я. А я как раз тебе сам собирался звонить. Правда? Я думала, может быть, ты не занят. Но для тебя я всегда свободен. Отлично. Тогда, может быть, встретимся? Когда? Прямо сейчас. Я уже у метро, могу тебя у входа подождать. Хорошо, скоро буду. А куда мы едем? А ты уверена, что это законно? Ты что, боишься? Ну нет, просто. Ну вот и отлично. Но ведь мне нужно как-то представиться, я так не могу. Поздно уже. Да, сразу видно влияние твоей бабушки. Здравствуйте. Лукин Анатолий Иванович? Да, я. Следователь Харипов Сергей Петрович. Хотел бы задать вам пару вопросов. А я помощник следователя. И у нас действительно есть пару вопросов по поводу вашей жены Лукиной Светланы Георгиевны. Да она мне не жена больше. Это не важно. Давайте пройдем и все обсудим. Ну, давайте. Значит, вы говорите, что не видели Светлану около месяца? Да больше. Больше месяца. Выгнала меня, зараза. Поясните. Ну что, пожалел я ее. Решил вернуться. Но не молодые уже, дурью мается. У нее одна пенсия, у меня одна пенсия. Вместе-то легче прожить. Она отказалась. Выгнала меня. И чемодан мой выкинула. Сказала, если еще раз появлюсь, то в полицию на меня заявит. Ну, собственно говоря, вы испугались и больше не появлялись. Да ничего я не испугался. Поважнее дела есть. Тоже мне. Я что, на помойке себе нашел за бабами бегать? Вы нам очень помогли. Я думаю, нам пора. Сергей Петрович, мне кажется, мы можем задать еще пару вопросов. Это Русланка. Руслан, моя, мы тут с ней живем. Я так понимаю, вы Анатолий Иванович, бывший муж Светланы Лукиной? Да, это я. А вы кто? Следователь из полиции Харипов Сергей Петрович. Как следователь? Харипов? А вы тогда кто? Интересное кино. Что? Кто у нас там курит? Ах, вы опять тут курите? Паразиты. Заразы, дерево кругом. Так, там играют. А вы почему все трое-то вместе? А что такие хмурые-то? Давайте, Глафира Ивановна, признавайтесь. Чистосердечное признание облегчает наказание. Вы руководите этой преступной шайкой, которая пытается добыть информацию, тем самым мешая следствию.
Но мы же просто хотели узнать про его жену. Статья 353. Самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица. Штраф 50 минимальных окладов труда или лишение свободы сроком до полугода. Но вы ведь сами отказались искать Светлану. Бабушка здесь ни при чем. Это я так решила. Не стыдно? Позволять женщине брать на себя вину за свои собственные поступки. За свои поступки я сам отвечу. Не стыдно двух женщин на пустом месте пугать. Сережа, хватит ломать комедию. Обидно стало, что ребята раньше тебя добрались, да? Да только. Так скажи. Чего мы ругаемся? Мы делаем одно общее дело. Так все, расход. Эллипс покинул здание. Лида, хотел бы с тобой поговорить наедине. Я не готова сейчас разговаривать. А, честь имею. Андрей. Я, наверное, тоже пойду. До свидания. До свидания. Проходите. Присаживайтесь. Андрюша. Глафира Ивановна, а я сам к вам хотел сегодня зайти. Да, Лидка, по делам убежала, а я пришла по личному вопросу. Да, я вас слушаю. Андрюшенька, в общем, если у вас это все серьезно, это одно. А если поматросить и бросить, то уж тогда извини. Это вы о чем? О внучке своей. Да она влюблена в тебя. И тебя сделать только остался один шаг. Это вы с чего взяли? Да у меня уши есть и глаза, и я из ума еще не выжила. И мы вчера с ней разговаривали. Она влюблена в тебя. Глафира Ивановна, вы что-то путаете. Мы с Лидой просто друзья. Да она мне вчера сама об этом рассказывала. Ну как так? Она мне говорила, что до сих пор любит своего мужчину, что ее рана еще не зажила, впрочем, как и моя. Уж это вы сами разберетесь, какого кайрана, где... Ну, в общем, Андрюш, если дело дошло до серьезного и до свадьбы, знай, я не против. Ты меня понял? Ну, Андрюшенька, а теперь, если уж мы с тобой почти родственники, теперь о личном. Только вряд ли, Глафира Ивановна, мы когда-нибудь с вами будем родственниками. Ну, Андрюш, это, конечно, ваши с Лидой дела. Глафира Ивановна, вы удивительная женщина. Такая вот. Только вы одна можете вот так вот за один раз взять и все испортить. Не поняла. Извините, у меня пациент. Следующий. Подождут твои пациенты. Мне вот что нужно узнать, Андрюша. Я вам не стану помогать. Андрюшенька, последний раз. Последний раз. Больше никогда тебя не побеспокою, честно. Не надо мне станете вызывать просто так. Клянусь. Помирать буду, вызывать не буду. Хорошо, говорите. Только быстро. Андрюшенька, понимаешь, если Светка до дачи не доехала, значит, с ней что-то случилось по дороге. Может, лежит с инсультом в какой-нибудь больничке, а мы не знаем, понимаешь? Я так обзвонила, кого могла, но мне же не скажут никто. А ты бы по своим каналам, по больницам бы позвонил и разузнал бы, а? Хорошо, сделаю. Только в последний раз. Андрюшенька, я тогда на улице подожду. Заходим быстро, не задерживаем доктора. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Присаживайтесь. Угу. Глафира Ивановна. О. Ну что, нашел? Да. Где она? Вы только не волнуйтесь, а то сейчас давление подскачет. Ну, не тяни. В больнице, да? В морге. Несколько дней назад скончалась. Поступила в больницу в Павловской Слободе. Почему в Павловской? Это совершенно противоположная сторона этой дачи. Oh.
Надо будет немедленно все выяснить. Лаферон, вы... Вы не волнуйтесь, сейчас укольчик сделаем, я за медсестра. Как же так, жила-жила, и вдруг умерла. Что? Взяли уже. На менеджера. Хорошо, я вас поняла, спасибо. Извините за беспокойство. Всего доброго. Ба, ты чего ищешь? Да сумку мою, паспорт у меня там. Так вон же оно. Сказали, паспорт взять надо с собой в морг. Какой морг? Светлану нашли. Умерла она. В Павловской слободе лежит. Сказали, паспорт надо, чтобы справку выдали, а потом свидетельство о смерти получить. Ну и поминки справить по-человечески. Все, давай ехать пора. Я тебя одну не отпущу, сейчас быстро вещи соберу. Ой. Светка, Светка. Как же так? Ну вот и хорошо, вот и ладненько. А то лежит бедная, ни родственников, ни друзей найти не могли. Ну вот, можете забирать. Добрый ты человек. Скажи, а в чем причина смерти? Я тут не пойму ничего. Тут не указывают. Так померла-то от чего, спрашиваю? Сердечная недостаточность. А сердечная недостаточность вследствие чего? Вскрытие производил не я. Да и какая теперь разница? Всего вам хорошего. Ой, сюда. Ба, тебе плохо? Ой, приходила опять. Сынок, водички бы мне. Ну, конечно, секундочку. Ой, Ледок, посмотри, там таблетки на дне. Где? На самом дне. Аккуратно. Аккуратно. Там ступенька. Тише, подожди ты. Тебе уже лучше? На, читай. Со стола взяла, пока этот хмырь за водой бегал. Сперла? Взяла. Это же государственный документ. А кто виноват, что я очки дома оставила? Никакой не документ. Ты видишь, ни подписи, ни печати нет. Значит, никакой юридической силы не имеет. Читай. И тут читай, внизу, заключение. Сердечная недостаточность. И все? Да. Нет, должна быть какая-то болезнь. Почки, там, печень. Или это самая продолжительная болезнь? Ба, только это, ба. Сердечная недостаточность. Написали, и взятки гладкие. Угу. Уморили демоны. Гадалки не ходи. Следующий. Извините, у меня прием в порядке очереди. Кто следующий? Девушка следующая, а я за ней. Хорошо, проходите. Итак, на что жалуетесь? На тебя. Ты несколько дней не отвечаешь на мои звонки, игнорируешь меня, вообще ведешь себя странно. Я имел в виду жалобы на здоровье. Андрей, мы были с тобой друзьями. Что происходит? Я тоже думал, что мы друзья. Я и понятия не имел, что у тебя на меня серьезные планы. Ты о чем? Лида, ты мне тоже очень нравишься, но никаких серьезных... Ты думаешь, что ты мне нравишься как мужчина? Не может. В этом нет ничего страшного. Ты действительно думаешь, что я в тебя влюбилась? Не слишком ли ты много о себе возомнил? А я бабушка мне все рассказала. Я просто не хочу, чтобы ты питала напрасной надежды. Лида! Ты
Я вообще ничего им не говорила. Что, я с ума сошла? Это ваше личное дело, вы и разбирайтесь. Нет у меня никакой личной жизни. Ни с ним, ни с кем-либо другим. А благодаря тебе еще и друга потеряла. Ой, да какой у тебя друг? Между мужчиной и женщиной вообще дружбы не может быть. Либо есть притяжение, либо его нет. Вот у вас с Андреем притяжение есть. Я же вижу. С Харипом, кстати, тоже. Значит так, Глафира Ивановна. Ух ты. С этой минуты я больше с вами не разговариваю. И так, да? Угу. Ну, ладно. Я хотела пристроить тебя, сделать тебе лучше. А ты так, ну, я так. Не смей идти к Андрею, а то только еще хуже сделаешь. Ой, больно нужны вы мне. Мне еще по квартирам ходить. Деньги Светлану на похороны собирать. Крась давай, стоит, рот разинул. Да погущий крась. Дождался ночи, неделю тебя ждем. Глафира Ивановна, ишь ты, надо же. Ой. Ой. Ну, не знаю, и так... Нет денег, извините. Не стыдно вам? На похороны же она тебе квартиру сдала, а ты даже... Что ты? Бессовестный! Что вы за люди такие? Да вы лучше бы в чат общий. Сообщение выслали, сидели бы во дворе и ждали. Что хватит вам уже по жильцам бегать в вашем возрасте? Они сами пусть к вам ходят. Слушайте, хорошая идея. Спасибо. Ну, обращайтесь. Кстати... Моя собака по газонам не ходит. Мы там просто с ней играли. Да, у меня во, по-европейски. Это правильно, да. А как собачку зовут? Туся. Туся? А ну-ка, смотри, у меня что есть. Ты моя сладкая, да господи. Девчонка ты смешная. Привет. Привет. Хотел извиниться. За что? За то, что был груб с вашей бабушкой. Извиняю. Что? Как здоровье бабушки? У нее что-то было с сердцем? Как у нее может быть что-то с сердцем, если его вообще нет? Ну, в любом случае, еще раз извиняюсь за то, что накричал. Старый больной человек пошумит, да успокоится. Кто успокоится? Баба Глаша? Не в нашем случае, плохо вы ее знаете. Это, конечно, не мое дело, извините. У вас что-то случилось? Ничего у меня не случилось. Просто так про бабушку говорите. Почему вы вообще ее защищаете? То, что я подумал... Не надо ничего думать! Бабушку нужно вообще изолировать от общества! Семейка. Спасибо, всем спасибо большое. Света была бы рада, что вы так к ней все с добром. Ну, не чужие ведь, в одном дворе жили, да, соседи. Да, верно, соседи, да, должны помогать. Конечно. Здорово, вы с этим чатом придумали. Все время теперь на связи. Да. Теперь жизнь дворят как на ладони. У кого что случилось, кому что понадобилось. Да, это внучка моя накреативила, не я. А похороны когда? Ну, вот как тело получим, так и похороним. О месте на кладбище я уже договорилась, а поминки у себя на квартире сделаю. А как же ее квартира теперь? Не знаю. Ну, у нее кроме мужа никого не было, а с мужем она в разводе, так что не знаю. А, пойдем, пойдем. Да, сколько в этом дворе живу, а такой загадочной смерти еще не бывало. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Последний раз мы виделись со Светланой перед тем, как мне в санаторий ехать. Она забежала за сахаром. Я ей отсыпала в чашечку сахар. Еще такая красивая чашечка с лебедями. Она похвалила ее. И вот теперь ни Светланы, ни чашечки. Хорошо ведь сказала, но про чашку-то зачем? Сказала и сказала. Посмотрел еще, как на тебя мужики смотрят.
Это они на тебя смотрят. Думают, как бы ты чего лишнего не выкинула. Береги, поставь. Саша, подожди. Хорошая была женщина. Да. Из земли ей будет пухом. Да, надо же, а муж какой оказался. Ни на похороны не пришел, ни на поминки. Так он же бывший. Ну и что, что бывший? Она же не чужая ему была. Ешьте, соседушки дорогие, ешьте. Пусть Светлане там легко будет. На-ка. Эти хоть допекла или тоже сырые? Куда ты надо было брать там духовку? Да нельзя пироги допекать. Что с тобой происходит вообще? Ты это мне назло, да? Ты думаешь, что все, что происходит, касается исключительно тебя? Вредная ты, Лида. Есть у кого. Перед людьми стыдно. Стыдно? В чужую личную жизнь лезть. Было бы куда лезть. Какая у тебя личная жизнь? Правильно, никакой. Я думала, тебе Андрей нравится. Помочь хотела. Я же хотела как лучше. Ешь, ешь. Сказать, что я никогда не рассматривала тебя как объект страсти и не влюблялась в тебя. Так что можешь не волноваться. Да я и не волнуюсь. Я никогда не рассматривала тебя как мужчину. Я лишь скучаю по тебе как подругу. И если бы не эта интриганка, то мы до сих пор были бы друзьями. Да мы и сейчас можем. Правда? То есть ты не злишься? Mm. Ой, извините. Может... Нет. А, вот ты где прячешься. Ничего я не прячусь. Слушай, я, кстати, вот насчет пирожков. Ты пекла? Я. Очень вкусно. Правда, здорово получилось. Ты серьезно? А, да, а что? А то, что они мне сегодня недопеченные, вся кутья слиплась, и борщ пересолен, это ничего? А борщ тоже ты, хозяюшка? Ну что, все издеваетесь надо мной? Не издеваюсь над тобой. А что ты мне выкаешь? Да хочу и выкую. Пирожки, подумаешь, не напекла. Да я таких пирожков могу хоть... Ба, ты не видел, где Андрей? Тут был, ушел, наверное. Мясо. Мне нужно убираться. Да погоди. Мне действительно нужно убираться. Лиз, может, сходим куда-нибудь вместе? Ты и я. Там кофе попить или в кино, куда хочешь. Да не пойду я с тобой ни на какое свидание. Понял. Спокойной ночи.
Спокойной ночи. Ага. Это что? Что было-то? Лида, ты плачешь, что ли? Да что случилось-то? Колись давай, терпеть не могу больше. Так вот это вот не надо мне. За дуру бабку держишь? Харипов выскочил вчера, как ошпаренный, из нашей квартиры. Что случилось? Ничего не случилось. Не хочешь, не говори. Сама узнаю. Даже не думай. И вообще, прекрати вмешиваться. Кто вмешивается-то? Бабушка, я тебя серьезно прошу, прекращай это сводничество. Зря. Хорошие мужики на дороге не валяются. Слушай, у нас во дворе... Я открою. Хватит вмешиваться. Сидите. А там, между прочим, Толик приехал. Светлана наша, покойница, муж. Да не один, а с бабой какой-то. Ну, вроде как собрался на квартиру права заявить, а квартиранта выселить. Давно видела? Да только что. Выхожу в магазин, смотрю, а там... Вот. Ба, ты куда? Я же сказала, у тебя ключи. Да они замки поменяли, жулики. Открывай, говорю! Открывай! Ну все, ломаю дверь! Голову себе лучше сломай. О, динозавр пришла. На похороны времени нашел? Не нашел. А любовницу заселять в квартиру бывшей жены совести хватает? А это не ваше дело. Может, их там нет никого? Да здесь они. Затаились просто. Открывайте, хозяин пришел. Я сейчас полицию вызову. Нет никого. Между прочим, он здесь единственный наследник. Бывший муж. Женщина, вы бы помолчали, за умную сойдете. Ты вообще что? Ты так будешь стоять и наблюдать, как меня тут какая-то бабка оскорбляет? Ты хозяин, ломай дверь. Ну все. Да иди ты. И ты иди, лохудра. Она мне прическу испортила. Здравствуйте. Привет. Так, что здесь происходит? Конец-то. Этот сумасшедший пытается незаконно проникнуть в мою квартиру. В мою вашу квартиру! Тихо! Спектакль окончен. Можете расходиться. Давайте отсюда, без вас разберемся. Тебе особое приглашение надо? Так, давайте в квартиру зайдем. Давайте. Вы документы приготовьте. Давайте, давайте. А вы куда? Я свидетель. Домой идите, без свидетелей обойдемся. Ты видала? Это как он без меня обойдется? С ума сошел. Ты смотри, обои поменял. И мебель новую купил. А? Ты что, совсем оборзел, что ли? Ну ничего, ты мне за это еще заплатишь. В смысле он? Покойнее можно? Да. А. Документ в порядке. Что это значит? Ну, то, что я живу здесь на законных основаниях. Как это? Это же моя жена, хоть и бывшая, что ее, то мое. Это же мое наследство. Пока нет соответствующих документов, вы не имеете права претендовать. Подождите. Но я же здесь полжизни прожил. Это... Я же здесь все вот это все своими... На выход. Ага. Зря ты с ним так, Лид, с Хариповым. Если б не прогнала его вчера, сегодня были бы в гуще событий. Он неплохой мужик, кстати. Слышь, Лид, вредный только. Так они все вредные. Может, передумаешь, а?
Я же не прошу тебя замуж за него выходить. Ну так, покрути, пофлиртуй немножко. Для дела. Куда это ты собралась? На собеседование. Ну, Лида. Лид, ну... Ой, я не знаю. Алло. А, Андрюшенька. Да-да. Лида, ой. Ушла, только хлопнул дверью, ага. Ну, не знаю. На свидание, наверное. Ну, влюблена. Думаю, в Харипова, участкового нашего. Ага. Я прям на них не нарадуюсь, как голубки ходят. Ну да, угу. Даже поцеловала ее вчера. А что ты ушел-то? Ну да. Так ты позвони на мобильник. Давай, бывай. Ух, я тебе. Успела. Здравствуйте. Здравствуйте. На собеседование Архипова. Проходите на второй этаж. Спасибо. Так. Здравствуйте. У меня на 12 назначено. Просили без опозданий. Посидите, вас позовут. Валя, можем продолжить. Ага. Идемте. Подождите, а как же я? А вы, Архипова, следующая. Ну, мне же на 12 назначено. Ну, вы что, в поликлинике, что ли? Посидите, вас позовут. А, ну, конечно. Дорогу молодым и красивым, я поняла. Вы что думаете, я совсем дура и не понимаю, как дела делаются? Просто я считала, что для помощницы руководителя отдела намного важнее деловые качества, а не все вот это вот. Собеседование перенесли на час позже. Я пыталась вас предупредить, но у вас телефон был выключен. Вот смотрите список, все по-честному. Извините, пожалуйста, меня что-то нашло. Ага. Идемте. Совсем уже как бабушка начала на людей кидаться. Подкупить решил. Глафира Ивановна. Ивановна, поймите, мы не хотим с вами ссориться. Так делайте, что говорю. На установку шлагбаума денег нет. Жители каждого двора решают эти вопросы самостоятельно. Пожалуйста. Значит, пускай этот хулиган продолжает ставить свою машину в нашем дворе. А что мы можем? Устроить проверку его темной фирмочки. Коробки таскают с утра до ночи туда-сюда, туда-сюда. Какие коробки? А я знаю. Но дело незаконное, точно. Может, они там бомбы собирают. Кто знает. Время неспокойное. Все должны проявлять бдительность. Крайним окажется, если что, не дай бог, вы. Скажут, обращения жильцов были? Были. Жалобы писали? Писали. А я еще одну возьму. Глафира Ивановна. Ивановна, не волнуйтесь, мы этот вопрос решим в ближайшее время. Я лично займусь. Займитесь, займитесь. А со шлагбаумом я как-нибудь сама порешаю. Ну, до свиданица. Ага. Ну и чё? А да и чё? А ну чё тебе? Да ладно. Ага. Да не. Да. Сегодня приема граждан нет.
я по личному вопросу. Шла мимо, думаю, дай зайду, поздороваюсь. Привет от внучки передам. Боюсь за нее, а поговорить не с кем. Совсем влюбилась девчонка. Влюбилась? Ой, это ж кем надо быть, чтобы не замечать? Ну, я... Она дикая у меня совсем, понимаешь? Да. Ей время надо, чтобы попривыкнуть. Да? Угу. Конфетку хочешь? Хочешь? Слушай, а как там дела со Светкиной квартирой? Говорят, Толик уехал не солоно хлебавши, да? Я ведь и правда подумал, что пришла привет от внучки передать. Ну, я только терпеть не могла, правда. От него одни неприятности, пока Светка его не выгнала. Но квартиранты больно подозрительные. Надо бы по базе пробить, слышь? Ну, чё ты, я по родственному зашла. Ну, чё ты? Вам помочь? Ты хоть документы на квартиру проверь, мало ли что. Жениться тебе надо, Харипов. Дверь! Дверь! Жениться? Блины печешь, но ты же знаешь, что тебе это нельзя. Тебе тоже нельзя. Что ж теперь с голоду помирать? Там в холодильнике есть творог обезжиренный. Ну и травись им сама. Ты куда это намылилась с утра пораньше? На собеседование. Ты вчера вроде была. Следующий этап. Ох, дурят тебя, девка, дурят, а ты рада. Лучше бы заглянула к Харипову. Опять? Ну ведь влюблен мужик, это же видно. Ну что, от тебя убудет, что ли? Ну не хочешь себе счастья, бабку пожалей. Ну как я узнаю про Светкину квартиру? Лидусик, давай вместе сходим, а? Ты поулыбаешься, а я информацию выпытаю. Ба, мне скоро выходить. Потом допеку. Лида, Я в интернете статью нашла. Как найти работу мечты? Ба, я не буду ее читать. Все, пока. Дежурная часть, слушаю. Харипов, у тебя девушка к телефону. Да, Харип, слушаю. Кто? Да, по поводу запроса, я понял. Я просил пораньше. Ага. А, выслали. А можете мне сказать, что там? Простите, я, наверное, не расслышал. Кому принадлежит? Вот это поворот. Спасибо. Хотела извиниться за прошлый раз. Бывает, я тут и не такое видала. Спасибо. Здорово. Я все прекрасно понимаю, потому что сама на твоем месте 10 лет проработала. Это ж только так красиво называется помощница руководителя. А на самом деле? Нянька по вызову. С ненормированным рабочим днем. Я сегодня даже еще не завтракала. Прекрасно понимаю. Сама, когда работала, питалась исключительно урывками.
Зато сейчас у бабушки за 2 недели набрала. Пора возвращаться в строй. Не торопись. Я 3-й год без отпуска. А ты счастливая, с бабушкой живешь. Ну, это как сказать. Бабушка у меня еще тот начальник. У себя? Ага. Твой будущий шеф, если повезет. Десять лет — большой срок. Почему вы ушли? Личные обстоятельства. А расскажите, Лида, какие у вас планы на будущее? Какие вы видите перспективы в вашей работе у нас? Перспективы? В должности помощника руководителя? Разве таковые имеются? Давайте будем честными. Что такое должность помощника руководителя? Это быть секретаршей, нянькой, кем угодно, только не... Я не мечтала об этой должности всю свою жизнь, и я не считаю эту работу перспективной. Будь моя воля, я бы предпочла заниматься чем-то действительно стоящим. Чем же, например? Да чем угодно. У меня хорошее экономическое образование и красный диплом. Многие из моих однокурсников действительно считали, что я смогу построить головокружительную карьеру и, возможно, спустя время даже попаду в списки Forbes. А что вам помешало? Влюбилась. И проморгала все самое главное. А что самое главное? Вы сейчас, конечно, опять будете смеяться, но самое главное — это не потерять себя. Только сейчас, после расставания со своим любимым человеком и потери работы, я почувствовала себя живой и настоящей. Да, я совершила огромное количество ошибок, но сейчас я могу с уверенностью заявить, что больше я себе такого не позволю. Ключи, что ли, забыла? Растяпа! Ух ты, надо же! Андрюшенька! Здрасте, а я вот к вам зашел узнать, как вы себя чувствуете. Нормально, спасибо, Андрюш. А то не звоните, не заходите, я уже волноваться начал. Так некогда, дел не в проворот. А Лида? Лиды нет дома, не знаю, когда будет. Ревнуешь, да? Может, в чем вы? Проворонил девку, локти, небось, кусаешь. Да я вообще не понимаю, что вы имеете в виду. Здрасте. Все в сборе, осталось только невесту дождаться. Ты же не дежуришь? Да нет, у меня вообще сегодня выходной. А, так иди отдыхай. Всем здравствуйте. Как раз вовремя. Так не торопишься, Андрюш? Нет. Так пошли, я тебе чаем напою. Молодые тут пока поговорят. Пошли. Лафирована, я вообще к вам по делу-то. Ко мне? Ну. Так, давайте мы все вместе пойдем и попьем чайку. Ба, правда, иди к нам за стол. Не, мне отсюда лучше видно. Спасибо. Да какие у тебя ко мне вопросы, милый? А, насчет вашей подруги Светланы. Вы не замечали за ней последнее время каких-нибудь странностей? Почему спрашиваешь? Нет, ну, если вы не хотите помочь, то... Я хочу, но я не знаю причину. Правда, вы узнали что-то? Вы, голубки, можете переходить на «ты», я не против. Ба, ну я же просила. Извините, пожалуйста. Нет, я, кстати, не против, чтобы мы с вами... Мы на «ты». Перейти. А, да, так вот, за 2 месяца до смерти Светлана оформила на свою квартиру договор пожизненной ренты. С кем договор? С Игорем Денискиным. Кто такой, не знаю. Я тоже. Это квартиросъемщик. Хитер Анатолий. А при чем здесь Анатолий? У Игоря очевидный мотив. Не зря он затеял вчера этот концерт возле Светиной квартиры со своей лохудрой. Чтобы подозрения отвести. Я, наверное, пойду. Иди! Лид, прости, на минутку можно тебя? Конечно. Харипов! А? Ты
Ты-то куда? Ты не обижайся на нее. Вбила себе в голову, что у меня роман с Хариповым. А это неправда? Ну? Ну, хотя, какое мое дело? Мне нужен твой совет как друга. Конечно, чем могу помочь? В общем, звонила моя бывшая Ирина, хочет встретиться со мной. Зачем? Я не знаю, но... Я правда не знаю. А как бы ты поступила на моем месте? Ты ее любишь до сих пор? Если ты ее любишь, то тогда иди и борись за свое счастье. А если она? Она сделала шаг. И ты должен действовать. И действовать решительно. Понял? Спасибо тебе большое. И за меня попрощайся с Глафирой Ивановной. Хорошо. Ба, ну ты же прекрасно знаешь, что тебе нельзя сладкое. У тебя уровень сахара зашкаливает. Это кто тебе сказал? Андрюха твой? Ну почему мой? А знает он такую вещь, что существует врачебная тайна. Спасибо. Ну мы же родственники. И что? И то, что тебе нужно следить за уровнем сахара. Как твое собеседование, кстати? Провалило? Не расстраивайся. Нет худа без добра. И в чем же здесь добро, ба? Пока не работаешь, поможешь мне разобраться в деле Светланы. Хорошо. Харипов дров наломает. Сходи к нему, разузнай, что он там удумал. Он мужик хороший, надежный. Но с интуицией у него плоховато. В отличие от тебя. Хорошо, я схожу. А, моя порода. Но учти, что романов я ни с кем заводить не собираюсь. Ой, Господи, нужен мне роман. Нам расследование надо. Надо понять, чем печь пирожки. С мясом. Мужики с мясом любят. Но у него от мяса рожа треснет. С картошкой. А еще есть? Да. На всех угости. Спасибо. Чиновникам спасибо. Лучку побольше, пережарь. И мне шутки трескать. Я мимо проходила, вот решила зайти поздороваться. Угу. Пирожки принесла. О, ух. Присаживайся. Платье красивое. Ну да. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Угощайтесь. Да и... Ой, точнее, угощайся. Может, теперь на «ты»? Как дело продвигается? Ну, следствие по поводу бабушкиной подруги. Светлана, если я не ошибаюсь. Просто бабушка очень сильно переживает, и хочется ей как можно скорее помочь разобраться с этим. Да, помощь особо не требуется. Подозреваем установлен, мотив железобетонный. Ждем постановления, и, ребята, выезжаем на задержание. Так, а кого хотите задерживать? Игоря. Ну, махинация с жилплощадью налицо. Я только сразу приметил, у него лицо такое. Нехорошее лицо. С картошкой. А я с мясом люблю. Ну, с картошкой тоже хорошо. Да ты ведь так ничего и не понял. Бабушка же говорила, что все намного серьезнее, чем кажется. И что нужно разрабатывать этого Анатолия. Девочка меня, моя, послушай меня. Бабушка твоя личность незаурядная, но всему есть предел. Делом занимаются профессионалы. Будут новости, мы сообщим. Нет? Не донимайте. Пеките пироги лучше. Лида! Лида! Лид, стой, погоди ты! Лида! Да не мог Игорь совершить это преступление. Ты? Почему? Потому что он не идиот. Почему? Не мог не понимать, что первым же попадет под подозрение. Кто у вас ведет в сельске по делу Лукиной? Так, Балаган, хватит устраивать. Ты в следователи записалась или сериалов насмотрелась? А ты такая-то? Да внучка бабы Глаши. Ну так, хорошенькая. Что? Правда? Ты куда шел? В отличие от некоторых, я пытаюсь мыслить логически, полагаясь на интуицию. Интуиция. Представляешь?
И притом ведет себя как клинический идиот и считает меня вздорной бабой. Так и сказал? Почти. И притом, знаешь, смотрел, как я не знаю на кого. Как на истеричку последнюю. А ты откуда знаешь? Так мужик же. Они за 100 лет ничего нового придумать не могут. Угу. Ты вместо баби на кухне. Вот им. Ты, видя от них, ничего не жди. Если у мужика одна избильна есть, вторая где-то замаячила, надо брать. Главное, чтобы мужик был рукастый. А все остальное мы как-нибудь сами где-то кумекаем, где стерпим. Пошла я! Нельзя меня пропустить! Арест этого Светкиного квартиросъемщика. Алло? Ага. Не знаю, когда приду. Все. Угу. Побежала. Кто это? Да это я сейчас 23. А что это делают, а? Забирают. Слушай, забирают. Объясните, на каком основании вы его арестовываете? Его не арестовывают, а задерживают до выяснения. Девушка, пустите дверь. Дубинушка! Произвол! Вот так забирают, кого хотят. Кого хотят. Не убивайся так. Ты поможешь нам, мы поможем тебе. Чем я могу помочь? Но она больная была. Опухоль мозга. Была неоперабельная. Хотела, чтобы я в обмен на квартиру оплачивал ей лечение и уход. Игорёк её подвозил всегда. И на дачу тоже ей помогал. Угу. Ну? Ну зачем мне нужно было ее убивать? Да вы что, она такая хорошая старушка. Из меня месяца два от силы три осталось жить. Да у нас недоговоренность такая была. Мы за ней ухаживаем. А за нами квартирка остается. Я даже адрес записал клинике, куда она лечь хотела. А после похорон выкинул. Ей-богу, мы за могилкой тоже будем ухаживать, честное слово. Санаторий, в каких отношениях? Мы до вчерашнего дня еще не знали. А квартира по бумагам была только за ней. С кем Светлана встречалась в последнее время? Где она бывала? О чем думала? Почему она мне-то про свою болезнь ничего не сказала? Ну, может быть, она просто не хотела, чтобы ее все подряд жалели? Я не все. И не болтала бы никому. Сказала бы мне точно. Ничего не понимаю. Может, совсем плохая была? Так выглядела-то хорошо. Надо сходить к Андрею. Разузнать поподробнее про историю болезни Светланы. Сходи. Хорошо. Странно как-то. Слушай, подожди. Сережке надо. Сережки хорошо глаза оттеняют. Мои любимые. Сейчас ты точно Андрюхе понравишься. Ба, мне с Андреем? Нет никаких отношений, помню. Надо к Толику съездить. Так он тебя пустит после этого случая с следователем. Ну, вообще-то, я извинюсь перед ним и приду не с пустыми руками. Куплю конфет. Слипнется. Вообще, для пользы делаю, ты права. На, маникюрше его отдай. Вообще-то, Толик коньяк любит. Ну, значит, купим коньяк? Жопа треснет. Для пользы дела. Какая ты у меня красавица. Ладно, для пользы дела коньяк. Алло. Да, здравствуйте. Завтра, послезавтра? Хорошо, буду. Взяли. Я им понравилась. Еще бы ты им не понравилась. На коньяк. Я куплю Толику.
Надо подстричься. Хочешь, к своему парикмахеру запишу? Не надо. Сначала дело. Потом красота. Чё это? Красит намертво, главное. Дёшево. Посекли, что ли? Как я и говорил, никаких признаков тяжелой, тем более смертельной болезни не было. Как такое может быть? Сам не понимаю. Но, судя по записям, 3 месяца назад Светлана проходила в нашей поликлинике почти полное обследование. То есть, получается, никаких признаков? Совершенно здоровая для своих лет женщина. Но... Ну, я же сказала, еще раз увижу. Ты кто? Здравствуйте. Я соседка Светланы, бывшей жены Анатолия. Мы виделись с вами один раз. И чего? Это вам. Заходи. Дверь закрой. Скажите, а Анатолий когда домой вернется? А никогда. Никогда? А я его выгнала. Как это выгнали? Со скандалом. А на кой мне этот пьяница помойный нужен? Я за эту квартиру, между прочим, одна плачу. А он квартиру своей бывшей жены профукал. Работать нигде не работает. Только пьет и пьет, не просыхая. Ну так а где же мне Анатолия-то искать? Анатолия-то? Да на даче. Где же ему еще быть-то? Че? Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Всего доброго. Пожалуйста. Я же говорил, что все в порядке. Да вы и сами знаете, месяц назад были. Что-то участились проверки. Проявляем бдительность. Бдительность проявляете ко всем или только я такой счастливый? Мне насчет вас поступило распоряжение за районной управой. Интересно, в чем же дело? Ну, видимо, наступили кому-то на больную мазу. Я даже там никого не знаю. А вот это не обязательно. Управа обязана реагировать на сигналы граждан, так что... А, кажется, я понимаю, в чем дело. Ну и прекрасно. Да, кстати, я краем уха слышу, что к вам собирается санинспекция, пожарный. Всего доброго. Значит, война. Ладно. Это что? Запись уголовного преступления. Намеренная порча имущества. Вы посмотрите, там очень интересно. Что, на словах не можете рассказывать? Вы мне не поверите, скажете, что такого не может быть. Что, мол, уважаемая женщина, еще старшая по дому. Человек. Я долго терпел. Правда, очень долго терпел. Но терпение иногда заканчивается. И я не намерен, чтобы эта сумасшедшая бабка... Так, спокойно. Пишите заявление. Пишите. Преступники, они должны сидеть в тюрьме. Лапер Ивановна, Харипов беспокоит. Тебе 8, нужно быть всем. Здорово. Приветствую. Не успеем. Не отвлекаю? Очень даже отвлекаешь.
Что значит немедленно? А если не приду, арестуешь меня? Но время будет, забегу. Ба, ну ты скоро? Карипов, кто меня вызвал? Ничего он не мой. Голос больно ласковый. Разозлила его? А идешь к нему ты? Ладно, схожу, узнаю, чем надо. Ты мне тут подожди. Нет, давай лучше я все сделаю сама, чтобы не терять свой день. Одну не пущу! А если я... С Андреем разве? Да. Он сегодня до обеда, значит, дома уже. И машина у него есть. И заодно отношения наладить. Да нет, у нас никаких отношений. Смотри, ему не... говорю! Я просто зайду по пути. Коза. А этому что надо? Самая Ирина, да? Да. Она вернулась, мы поговорили. Здрасте. Здравствуйте. Да, спасибо. Заходите обязательно в гости. Как раз бабушка будет очень рада. Поздравляю. Лид, а ты чего приходила? Факт хулиганства налицо и доказательства есть. Могу оформить вас прямо сейчас. Не посмеешь. Проверить хотите? Я извиняюсь, что вмешиваюсь. Мне было бы достаточно извинений и обещаний, что Глафира Ивановна оставит в покое меня, мою фирму и мою машину. Видал? Баба Глаша не продается. Сереж, а мне бы хотелось... Слушай, Зань. А есть кто-нибудь из оперов свободный? Вроде никого. Никого? Что, придется подождать? Отдохнуть, пока в обезьяннике. Пойдемте. А в обезьяннике кто? А в обезьяннике кого? Бабу Глашу? Остальные могут быть свободны. Русланка-то. Русланка, это кто? Сожительница моя бывшая. Слез, надо выпить. Выпьем. Анатолий? Вы здесь? Хорошая баба была. Денег не жала, вон и дачу оставила. Ну, с возвращением, родной пенатор. Чем старше, тем ближе к земле тянет. Не чукайся. Прошу прощения за беспокойство. Да. Я же вас отпустил. Что за проходной двор-то, а? Я по поводу Глафиры Ивановны. Не хочу забрать заявление. Погорячился, месть – плохое дело. Тем более таким способом. Успокойтесь, никто не собирается ее сажать. Вон припугнуть самое время, а то распоясывает что-то. Больше вреда от нее, чем пользы. Правда? Да-да. Хотя, честно признать, если бы не она, то на районе у нас больше проблем было. Так вы ее сейчас выпустите? На! Сейчас еще я допью, бутерброд доем. И пойду освобождать нашу преступницу. Надеюсь, она хорошенько напугалась. Чайку? Нет, благодарю вас. Благодарю.
Вот каким ты местом думал вообще? Вот ты мне скажи. Мать тебя вырастила, выкормила, одна. Школу не дала бросить. И как ты отплатил? Ведь башка седая уже. Вот сидишь тут и подумай. Пропасть тебе катиться или в руки себе взять? Согласен? Витька, Витька. Хороший ведь сказала. Раньше ты бы реветь, когда на жену с кулаками бросался. Вот посадят тебя и правильно посадят. Может, тогда башкой ты тоже думать начнешь. Ой. Ой, колет! Колет опять! Ой! Откройте, сволочь, человеку плохо! А ну, отошло от решетки быстро! Ой, Архипова на выход. Ой, хватит притворяться. Концерт окончен. Радуйся! Ой, 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 ой. Давайте я вам помогу. Да цепись ты, привязался, как банный лист. Я на тебя управу еще найду! Вы сейчас куда? На дискотеку! Домой, куда еще-то? Открой! Мужики, вы поняли, да? Весь день на смарку. Ничего не успела из-за тебя. Простите меня, я не хотел давать заявление. Просто хотел вас припугнуть. Плохая идея была. Хочу загладить свою вину перед вами. Как? У меня машина здесь. Могу подвезти вас до дома. А я рядом живу. Ну, все равно. Давай, подвози. Ух ты. Галантный какой. Я ведь просто ужасно разозлился с этими вашими проверками. Мало мне проблем с фирмой, еще ведь квартира. Я квартиру купил в вашем доме. Чтобы рядом с офисом не ездить по пробкам. Подожди, это какую? 124-ю? А, я вижу, там рабочие светятся. У меня все руки не дошли зайти да узнать. Ну, узнали. Ну, теперь мы типа почти соседи. Ну, скоро будем, когда я перееду. Почти не считается. А фирма твоя чем занимается? Шлагбаумами. Чем? Не только шлагбаумами, охранными системами. Вы знаете, я всецело поддерживаю ваше решение поставить шлагбаум на въезде во двор. И у меня есть конкретное предложение на этот счет. Нормально, обсудим. На дорогу смотри! Лида, ты дома? Лида?
черта где? Куртки нету. Глафира, а что случилось? Совесть у кого-то закончилась. Вот что случилось. Как? А ну иди сюда, бесстыдница. Я понимаю, дело молодое. Ну позвонить-то. Ты-то позвонить могла бы. Вы на дачу-то успели съездить? Или весь день прокувыркались? Глафира Ивановна... Ты что, в прятки со мной играть собралась? Пас... Лида! Ты кто? А вы кто? Глафира Ивановна... А подружка моя где? Лида где? Глафира Ивановна... Сережа! 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 Да. Лида, внучка моя, пропала. Как пропала? Похитили ее. Издеваетесь, что ли? Это серьезно. Лида на дачу уехала. На какую дачу? На Светину дачу. Уехала днем, мобильник молчит. Назад! А машина свободна есть? Да вроде есть. Все хорошо будет. Я с тобой поеду, Сереж. Обещаю, мешать, вмешиваться не буду. Тихонько в машине посижу. Совсем, что ли, посидит она? Опять в обезьянник запереть? Ну-ка. Сереженька, возьми меня. Я тут с ума сойду. Ну возьми, правда. Нет! Привезешь ее, на 15 суток обоих посажу, понял? Поехали. Дуська, за машиной, вслед за ними поедем. Глафира Ивановна, вы не слышали, что Харип сказал? Подумаешь, 15 суток испугался. Испугался, что ли? Да при чем тут это? Во-первых, полиция сама разберется во всем. Во-вторых, у вас давление. В-третьих, моя девушка. Ну как, не могу же я просто так взять и уехать. Ну и катись, предатели. Не узнал. Долго жить будете? Это вряд ли. А что такое случилось? Да Лидка моя пропала. Поехала на дачу и пропала. Они за ней поехали. Харипов говорит, ты сиди. Будут новости, мы тебе сообщим. А может, одна вообще уже и нету? Спокойно, спокойно. Сейчас я позвоню Харипову, узнаю, где эта дача. А я знаю, где. Я у Светки-то много раз там бывала. Тогда что мы стоим? Поехали. А Харипов сказал не соваться. Да что нам Харипов? Да пусть он своими сотрудниками командует. Ой, закрыто. Закрыто. О, тогда быстренько.
поедем. Ой. 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 Мы свободные люди. Куда хотим, туда и едем. Лидка считает, что Игорек ни при чем, я тоже так думаю. Вот она поехала к Толику почву прощупать. Толик это бывший? Ага. Вряд ли это он, потому что на него бы сразу подумали. Да Толик небольшого ума. Кто-нибудь из друзей выпивок подтолкнул, вот он и повелся. А алиби у него есть? Проверяли? Да нет, мы с Лидкой, у нас руки не дошли. А эта полиция вцепилась в Игоречка. Давайте проверим. Как? Позвоним Толику? Я вообще-то думал, его женщине, с которой он живет, позвонить. Жила. Она давно его выгнала. У меня вообще-то телефон есть. Но вряд ли она будет мне докладываться. Давайте я попробую. О. Алло. Алло. Кто это? Добрый вечер. Добрый вечер, Руслана. Ну? Мы с вами не знакомы. Меня зовут Владимир. Я живу в том же доме, что Анатолий. И? Я просто вас видел во дворе, когда вы приезжали. Ну и что вам нужно? Понимаете, в чем дело? Совсем недавно у меня угнали машину. И знакомая вам особа, Глафира Ивановна, утверждает, что видела вашего бойфренда. Значит так, только я разошлись, как в море корабли. А это ваша бабка – мерзость. Полностью с вами согласен, очень неприятная особа. Да я из-за нее с работы выпал на трое суток. У меня был нервный срыв. Я вообще не понимаю, как тут может терпеть эту хабалку? Я не знаю, давайте коллективное письмо, что ли, напишем. Хорошее предложение, буду первым из подписавшихся. Ну, говорите, чем помочь. Ну, побыстрее, у меня клиент. Да-да, так вот, это ненормальное. Сказала, что Анатолий весь день кружился возле моей машины. Вот идиотка. Полностью с вами согласен. Но, поймите меня правильно, не хотелось бы наговаривать просто так на человека. Ладно, какого числа угнали-то? Алло! 20 числа в пятницу. 20-го? Да он весь день провел в отрезвителе. Это точно? Ну, вы знаете, помимо чисто внешних данных, Бог меня наградил хорошей памятью, Владимир. Кстати, если вам будет нужна стрижка, приходите к нам в салон. Мы вас с девочками обработаем. Да, спасибо. А вы заранее звоните, не стесняйтесь. Своим скидка. Еще раз спасибо. Пока-пока. Они в этих салонах не знамо чем занимаются. Не ходите, Владимир. Еще заразу какую подцепите. Значит, у Анатолия есть алиби. Ой, значит, Лидке ничего не угрожает. Выходит, что так. Тогда куда она пропала? Ой. Ой. Больно. Да больно, говорю. Нечего было обижать беззащитную женщину. Нечего было по чужим домам лазать. Считайте, что мы с вами квиты. Когда вы узнали, что ваша жена больна? Не знал я. Конечно. Вот заключение от онколога. Неоперабельная опухоль головного мозга. То есть вы знали, что ваша жена умирает и... Да не знал я, тебе говорю. Я даже... Не знаю, когда она сюда вот эти коробки сюда притащила. Я же у своей новой, то есть новой, бывшей новой жил. И вы решили ускорить процесс? Нет. Я ее в последний месяц вообще так ни разу и не увидел. Я на дачу-то приехал. Когда Светку схоронили-то. То есть вы хотите сказать, что вы абсолютно ничего не знали о договоре Светланы с Нет. Игорем Денискиным? Или, быть может, вы все-таки союзники? С кем? Чего ты на меня так сможешь? Ты что, мне дело шьешь? Все, уходи. Уходи, я тебе говорю. Сидите. Да я тебе говорю, уходи. Сидите. Так, все, вот на своих местах. А, что случилось? Нагрей сюда. Сережа. Иди сюда. Домой. Ты как, жива-здорова? Не раненый, идти можешь? Скорую можешь вызвать? Да не надо никакую скорую! Что ты вообще наделал?
Ты убил человека. Да не убил, вырубил просто, оклемается. Что ты вообще здесь делаешь? Кто это придумал? Это ты сейчас от страха, да? Нет у меня никакого страха. Еще бы чуть-чуть, и я поняла, что происходит. А ты все испортил. Кто придумал, чтобы ты сюда приезжал? Лида! Понятно. Ой. 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 Ба. Ой, дура дурацкая. Говорила, не езди одна. Андрея позови. Ну, ба. Ба, я тут совсем уже... Смерти моей хочешь. Честно говоря, я не думала, что ты будешь так за меня переживать. Да не за тебя, может, вовсе. Боялась, что ты дело испортишь. Не испорчу. Дорогу. Куда ты его теперь? Куда-куда? В отделение. Посиди до утра. С утра ему с Игорьком очную ставку устроим. Точно говорю, заодно не. Только притворялись, что не знаком. Подозрения отводили, а с вами такое дело обтяпали. Давай. Домой поехали. Ба, подожди. Лида! Я за сумкой. Оглашенная. Странно. Что? А чё это тебе жена, где попала, по ночам шляться разрешает? Она у меня такая демократичная. Говорит, что хочешь, то и делай. Только квартиру оставь. В разводе, что ли? Это хорошо. Давно? Почти год уже. А ваша внучка не замужем? Куда там? Все выбирает да перебирает. Принца ждет. А, ясно. А ты жениться снова не собираешься? Ну, как-то не очень хотелось. Кхиш ты! Какой у тебя? Без серьезных намерений, значит? Ну, война план покажет. Ох, вы молодые какие, а! Лидка! Че спишь-то? Подъезжаем уже скоро. Давай, вставай. Доброе утро. Доброе. Здрасте, пожалуйста. Я тут час уже по квартире на цыпочках шарюсь. А ты не спишь? А, я вот читаю письма да перебираю бумаги. А на столе то, что уже успела посмотреть на даче. А здесь? Алло? Да, здравствуйте. Как собеседование? Как же я могла... Да, конечно, я буду. Конечно, спасибо. Они не устали еще тебя собеседовать? Телефон где городской? Лида, мобильник дай, на моем деньги кончились. Что? Это заключение онколога. Хочу встретиться с ним, поговорить. Алло? Я хочу записаться к врачу. К онкологу, да. Сегодня и желательно срочно. Фамилия Роды. Нет, только Иванов не подходит. Нет, нет, нет. Как? Филькенштейн? Нет, нет, нет. На Р у вас фамилии нету? Ничего у вас нету. Ой, курица, курица. Что? Телефон. Привет. Привет. Ну, как вы?
после вчерашнего. Нормально? Да, спасибо, хорошо. Извини, тебя что-то побеспокоили. Да ладно, мне даже понравилось. Со мной давно таких приключений не было. Вы все время так живете? Погоня, исчезновение, слежка. Вы извините, но мне правда нужно бежать. Давайте я вас подвезу. На метро все же будет быстрее. Лида! А? Простите за навязчивость. Могу я вас пригласить на кофе? А я не могу сегодня. Завтра. Послезавтра. Когда захотите. Если захотите. Завтра. Договорились. Ради бога, простите за опоздание. Я просто не знала, что мне на сегодня назначено. Садитесь. Спасибо. Может, воды вам? Что? Воды? Нет, спасибо, ничего не нужно. Ну, тогда давайте сразу к делу. Лида, в прошлый раз вы ясно дали нам понять, что должность помощника руководителя не является пределом ваших мечтаний. Поэтому мы решили дать вам возможность проявить себя. Мы принимаем вас на работу. Но не помощником, а заместителем руководителя. И не в Москве, а в Казани. Понимаю, предложение неожиданное, но очень выгодное. Так что у вас появился счастливый шанс. Очень рад за вас. Поздравляю. Ты даже не представляешь, как я рада. Мне уже велели готовить документы. Контракт подписываю на следующей неделе. Так быстро? Ага. Казань. Это же мой родной город. Я там почти всех знаю. Вот бы мне такой шанс, я бы его не упустила. Это просто невероятно. Это действительно просто невероятно. Мне нужны от тебя данные. Список кину по почте. Хорошо, я все отправлю. Эй, ты чего? Ты что, не рада? Ты же сама хотела. Новые старты, новая жизнь, новые возможности. Да, я рада. Я рада. Ба! Чего стоишь? Да помогай давай. Я, кажется, на след напала. Ну ты же ведь обещала без меня не читать. Ну ладно. Так, это письма? Любовное послание. Светка наша, кажется, еще та оторва была в молодости. Мало того, что у нее бурный роман был, так она еще родила от любовника. Ребенка родила? Да. Потом в детдом сдала, ну, молодая, глупая. Потом жалела об этом сильно. Вот смотри, пишет в своем дневнике, смотри. Бог наказал меня за мой грех бесплодие. Ба, ну, может быть, это все-таки как-то не очень хорошо, что мы чужие письма читаем. Не морщи лоб. Мы же не просто письма читаем. Мы же ведем расследование. Отнесись к этому как к детективному роману. Только одного не могу понять, почему они так и не смогли быть вместе. Так он женатый был. Изменял жене. А ответственность не хотел брать. Не обязательно. Может быть, он... Нет. Мужики все такие. Это пока он женихается шелковый. А потом... Мы женщины по-другому. Вот смотри, она пишет о нем сейчас.
А вот родненький мой, как я снова хочу тебя видеть. Или вот через две строчки смотри. Родненький мой, я так соскучилась по тебе. Когда мы снова с тобой встретимся? Сейчас, родненький мой. Стой. Я... Где заключение от онколога? Тут где-то было. А вон он на столе я забыла. Не может быть. Что? Смотри, подпись врача. Род, а дальше непонятно. Маленьким шрифтом в печати написано «Родников». Родненький. Любовник Светланы, который встретился и спустя столько лет и решил отомстить. Харипов, Женя, быстро! Да делать мне больше нечего. Ага. Все, ладно, ладно, давай, записываю, да. Ага. Как говоришь? Родников Антон Антонович. Ага. Так, дальше. Ага, 65-70 лет. Ага. Да записал уже, все. Все, постараюсь узнать. В общем, бабушке сказала, что побежала в супермаркет, так что на обратном пути нам необходимо будет с тобой заглянуть туда. Ой, прости, я как-то случайно перешла на «ты». Это мне? Можно? Да. А почему ты не хочешь бабушке сказать, что мы встречаемся? Ну, это же просто кофе. Просто кофе? Просто кофе. И десерты. Я не знал, какой ты будешь, поэтому взял все. Вообще все? Ну, хорошо. Ты прекрасно выглядишь. Да прекрати, в чем была, в том и вышла. Главное, чтобы только бабушка ничего не заподозрила. Настоящий следователь. Это точно. Как, кстати, протекает ваше расследование? Уже напали на след убийцы? В общем, у Светланы в молодости был возлюбленный. И... они, по всей видимости, как-то не очень хорошо расстались. И ты думаешь, что спустя все это время он решил мстить? Разве такое бывает? Нет, Харипов сказал, что Родников умер несколько лет назад. И, по правде говоря, мне его даже немножко жаль. Почему? Просто у них... я читала их переписку. У них была такая настоящая... искренняя и честная любовь, что мне даже захотелось увидеть этого человека. Как он выглядит сейчас, понимаешь? Ты не пыталась найти его в интернете? Ты что, думаешь, он может быть в социальных сетях? Ну, может быть, он чем-то отличился. Надо нас друг друга добавить в друзья. Да. Как фамилия? Архиповым. Ой, в смысле, ты кого имел в виду? Родников. Угу. Антон? Антон? Антонович. Антонович. Так, ну вот здесь есть... есть целый генерал Родников. Вот еще Родников. Онколог. Ну, мне кажется, что он молодоват. Нет, ну какая же я была дура. Так, извини. Лид, ты куда, Лида? Давай счет. Привет, Лид. Куда несешься-то? Ба! Чё ты? Все сходится. Чё? Смотри. Вот. Антон Антонович Родников. Доктор-онколог. Иди ты. Я тебе говорю, это его сын. Светлана назвала ребенка в честь любимого мужчины. Ты понимаешь? Смотри, сейчас покажу. Так. Вот. Ой. Сейчас, Лиза. Ба, ты чего? Сейчас, Лиза, Лиза. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, сейчас. Сейчас.
Давление высокое, тахикардия. В больницу не поеду, помру, не поеду. Ну, я бы пока не спешил. Сейчас укольчик сделаем и посмотрим. Ты можешь посидеть с ней? Да, иди. Бая, очень быстро. Да иди, иди. Ну, и с Глафирой Ивановной то сами. Лида! Поосторожней там. Поняла? Угу. Укол. Это не он, это его сын Родник. Да знаю я, родной сын Светланы. Вконец вы меня с бабкой запутали. Так, Игорь, это надо отпускать, а перед Толиком желательно извиниться лично. Я извиниться? Баба Глаша не хочет это первой сделать? Дубинушка! Лида! Что за привычка? Что-то Лида так рано вернулась. Неужели Харипов не заслушал? Лежите, лежите. Ой. Не надо волноваться. Я сам открою. Привет. У вас там дверь открыта? Я по поводу шлагбаума. Глафира Ивановна... Она отдыхает. Правильно, отдыхает. Не стоит ее беспокоить. Я все могу решить с Лидой. Лида не дома. Я могу подождать. Андрюша, кто там? Вы извините, бабе Глаше плохо. Сегодня не до гостей. Извините, но... Я же сказал, они до шлагбаума. А я передам Лиде, что вы приходили. Все, завтра, завтра. Так, а ты куда это собралась? Андрей тебе велел лежать сегодня. Деньги я соберу. И Кирову отнесу их лично, не волнуйся. Никаких возражений, поняла меня? Татьяна Витальевна, здравствуйте. 25-е. 25-е, я помню. Угу. Спасибо, Лидочка. Спасибо. Следующий. Хорошую себе замену баба Глаша нашла. Да, внучку у нее что надо. Как ловко сбор денег организовала. Такими темпами мы уже к концу месяца шлагбаум поставим. Угу. Следующий. Давайте. Здесь? Всего доброго. Володь! Привет. Привет. Андрей говорил, что ты заходил вчера. Да, заходил по поводу шлагбаума, но меня не пустили. Ну, бабушке просто было плохо, а нужно было уехать по поводу расследования. Ты извини, если он тебя как-то обидел. Что по поводу шлагбаума? Не знаю. Не помню. Я могу, конечно, вспомнить, если кто-нибудь пригласит меня на свидание. Ну, хорошо, я приглашаю тебя на свидание. Правда? Да. Я подумаю. Ладно, я согласен. Только прямо сейчас. Лида! Здрасте. Здрасте. Глафира Ивановна у себя, я просто к вам собирался. Она себя плохо чувствует. Что там по поводу Родника? Мы можем выдвинуть ему обвинение? Нет, нечего ему предъявлять. Как это? Ну, вот так это. Слушайте, давайте я вам вместе обеим расскажу, а то у меня бабушка съест. Нет, подожди, давай мы лучше с тобой пройдемся, ты все мне расскажешь лично, я потом ей передам, чтобы лишний раз ее не волновать, хорошо? Давай. Володь. Да. Извини, но свидание, наверное, придется перенести на завтра. У меня есть выбор. Извини. Пойдем.
Родников Светлану случайно встретил, когда она пришла на бесплатное обследование в клинику. Есть акции такие. Да, ты, я знаю, делаешь все анализы за 1000 рублей. Да. Вот вроде все по-честному, на 1000 сдаешь, а тебе потом на еще 10, на 10 навязывают. То есть, получается, он знал, кто его мать? Отец рассказал. Да, Родников-старший после их расставания случайно узнал, что она родила ребенка и отказалась от него, и приложил немало усилий, чтобы забрать его из детдома. Потом они уехали из города. То есть после смерти отца сын обратно перебрался в Москву? Точно. Родников сначала не собирался мстить, но... Он понял, что перед ним его мать, и решил не упускать возможности отомстить ей. Только это была очень глупая шутка сказать Светлане, что она смертельно больна. Бедная Светка. Кто бы мог подумать, что она сразу же начнет готовиться к смерти, так и не перепроверив диагноз? Так сын-то взрослый мужик мог бы признаться. Он и признался. Они встретились со Светланой, Родников ей все рассказал. Сказал, что он ее сын. И что он ее ненавидит и никогда в жизни ей не простит того, что она с ним сделала. Страсти какие. Светлана умерла сама, никто ее не убивал. После того, как узнала всю правду. Возможно, инфаркт. Так было написано в окончательном заключении. Получается, с точки зрения закона, ее никто не убивал. А умерла она сама от мук совести. Сердце не выдержало. Я вот только одного не могу понять. Как она жила всю жизнь, зная, что где-то есть ребенок, сын. А быть может, он нуждается в ней, страдает. Я вот этого не могу понять. И ведь жила всю жизнь, 15 лет дружила с моей бабушкой, и ни слова, ни полслова про ребенка. Ну, может быть, она о нем не думала? Ну как же так? Она же мать. Да и к тому же, у них с Толиком ни разу не получалось за всю жизнь завести ребенка. Неужели она ни разу не пыталась его как-то найти и вернуть? А может быть, и пыталась, да только не смогла вернуть. И не смогла найти. Всю жизнь мучилась. А чего ты улыбаешься? Ты очень добрая и чуткая. Почему букет-то из конфет? Конспирация. Что? Чтобы обглаж не догадалась. Значит... Где ты конфет такие набрала с перьями? Проволочки кислят. Ой, запустила, я дворь запустила. Все под контролем. Деньги на шлагбаум мы собрали. Киров большую скидку дал. Сделаем самые лучшие и современные. Хорошо. А у Калини дырку пробили над дверью. Уже все замазали. Лично вызывала мастеров, сделали все бесплатно. А у Гириных? Тоже все улажено. Единственное, с колясками понять не могу. Что с колясками? Воруют коляски. И возвращают грязными во двор. Так ладно бы просто воровали, так возвращают же. Что они там с ними делают, понять не могу. Ну ничего, разберусь. Да откуда перья этот в конфетах-то? Детали машины собираем. Угу. Сиди, тетенька. Пошли. Мне к Харипову, это срочно. Да вы что ж делаете? Это ж ребенок, а еще блюститель закона называет. Это батя мой. А. Сколько раз говорил отца, не позорь. Вон сейчас за решетку посажу, и вякнуть не успеешь. Ну не надо его за решетку, вы бы лучше помогли бы ребенку. Машина у вас есть? Есть. Ну вот и съездите с ним на свалку, ему детали нужны, а то они их на колясках возят. Пойдем. Иди, мальчик, не делай больше так. Где Харипов? Мне срочно. На улице где-то. Спасибо. Лида! Привет! А я уж звонить собирался. Кстати, знакомьтесь, это Лида. Они с бабой Глашей главные мои помощницы, так сказать, блюстительницы порядка. Имею в виду, с ними лучше сотрудничать. Это ваш новый участковый Виктор Иванович Боярков. Очень приятно, Лида. Приятно познакомиться. А ты на повышение? Ну, можно сказать и так. Вить, ты давай в кабинет, я сейчас подойду, ладно? Да выгодное предложение получил из Омска. Я же сам оттуда. Угу. Да. Ну и вот, возвращаюсь на родину.
Слушай, ну я очень рада за тебя. Спасибо. Только ты не пропадай. Давай знать, как там у тебя что. Ну, конечно. Сереж. А? Могу я тебя попросить об одолжении? Ну? Если вдруг позвонит моя бабушка, скажи, что я с тобой. Хорошо, зачем? Просто скажи, так хорошо? Ты хочешь, чтобы бабушка думала, что ты со мной, а... Да чего вам с доктором? Он не доктор. Рано подорвалась-то. Тебе хотела приятное сделать, садись. Ба, тебе, может быть, доктора все-таки вызвать? Ой, у тебя есть чувство юмора мое. Ох, какая же я дура была, что хотела тебя сбагрить. Хорошо, что у меня ничего не получилось. Андрюха ненадежный, Харипов дурак дураком. Разве что Киров только. У него и квартира в нашем доме. Ба. Поняла, поняла. Про Кирова не буду. Тебе когда идти-то? Ой, так уже пора. А завтра? Некогда. Ой, Лида, подожди. Подожди. Если они тебя сегодня не возьмут, то скажи, чтобы шли куда подальше, поняла? Мы и без их работы проживем. Вот, и у нас на районе знаешь, сколько работы? Вот так. Все будет хорошо, не волнуйся. Я не волнуюсь. Я в тебе уверена. Поняла? Мне главное, чтобы ты рядом была. А одна ты не одна... Замужем или нет, это дело десятое. Я тебя такой люблю, какая ты есть, поняла? Ба. Все, иди, тут ужас. Иди. Лид, я тебя здесь подожду. Не надо, езжай, все будет хорошо. Не переживай. Стой. Зря я согласилась с тобой поехать. Ну вот, все размазалось. Маму себе уже почти приняли. Дело осталось за малым подписать контракт. В том-то все и дело. Я хорошо выгляжу? Ты выглядишь обалденно. Контракт. Ну вот, сегодня уже вовремя. Ну что? Вот, прошу. На первой и на последней странице. Вас что-то не устраивает? Мы вроде бы обговорили все условия. Извините, но я, наверное, не смогу. У меня бабушка, я не могу оставить ее одну. Понимаю. Ну, этот вопрос можно как-то решить. Можно нанять для старушки сиделку. У меня, например, есть знакомые, они недавно наняли прекрасную женщину для ухода за лежачей больной. Нет, что вы, она у меня совсем не лежачая, даже слишком активная для своих лет. Извините, но я не смогу оставить ее одну. Значит, в Казань не поедете? Ну, я знаю, кто сможет поехать вместо меня. Одна ваша помощница. Помощница? Она проработала в вашей компании уже больше 10 лет, и к тому же она сама из Казани. Серьезно? У нее там огромное количество друзей и знакомых, которые являются местными бизнесменами. И мне кажется, это будет очень выгодным как для вас, так и для нее. Еще раз спасибо вам огромное и всего доброго. Садитесь.
ты мужик, Кира. Хочешь? Спасибо. Неожиданно приятно от вас слышать такие слова, Глафира Ивановна. Жалко, Лидка моя против тебя так настроена. Ну, насильно мил не будешь. Ты улыбишься-то? Ты что радуешься-то? У меня внучка каких днем за днем не сыщет. Привет. О, Лихана, помни. Взяли? Я. Как? Опять паразиты, а? Подожди, что значит не взяли? Да у них там... А какое вам вообще дело? Вы вот лучше шлагбаумом занимайтесь и его устанавливайте. Ты что наезжаешь сразу? Ну, мы же устанавливаем. Ну? Вижу я, как вы устанавливаете. Вон... Что он у вас рабочий делает, только курит. А мы столько в денег вбухали. Вся в меня. Понимаешь? У меня есть. Что не так-то? Мальчики, только вот это вот... Асфальт с собой заберите. Лида, спишь? Ты не обижайся на него, он и правда старается. Лид! Ну пусть лучше старается. И шут с ней с работы, не расстраивайся. Мы другую найдем, правда, да? Угу. А я тут подумал, надо бы нам с тобой развеяться, что ли. Толик звонил. Лида! Да? Как он? А? И как он? Выпустили! Ой, он так благодарен нам, что мы дело Светланы раскрыли. На дачу звал. Приезжайте, да в любое время, да прямо хоть сейчас. А что, давай съездим? Я Кирова попрошу, чтобы отвез нас. Поехали? Лид! Поедем. Спи. Ага. Все, готово, баба Глаш. Забрасываю. Я тебе дам, баба Глаша, паразит. На 10 лет моложе, баба Глаша. На 10 лет и 2 месяца. А любви все возрасты покорные. Балда, балаболка. Лидка, иди помоги ему. Еще чего, сам разберется. Чего ты нас так ненавидишь? Мужик хороший, сосед. Не дай бог, что баба сломается или что-нибудь. Ба! Иди, говорю, что-то поперёшное, да? Иди, не обломится у тебя. Надо же, какая-то, а? Толик. О, это дело я люблю. Тут рыба-то есть хоть? Вот такая была. Балаболка. На. О-о-о!